Раз, раз. Меня хорошо слышно? Отлично. Итак, наверное, будем начинать уже. У нас пора. Итак, я хочу представиться. Меня зовут Петр Костяков, я креативный директор компании агентства интернет-маркетинга «Масштаб». Я сегодня буду вести этот поток до самого вечера. У нас сегодня очень много интересных спикеров. Поток наш называется «Интернет-бизнес». Сейчас я немного поговорю по поводу организации, как мы с вами будем коммуницировать. Так, сейчас вот непонятно еще, к нам идут, не идут. Так, ну давайте договоримся, что выходить, входить можно свободно, то есть не нужно ничего для этого делать отдельно. Итак, немного о организаторах. Сегодняшняя Уральскую интернет-неделю, это уже третья Уральская интернет-неделя, которая у нас проходит. Вот. Организовали компания Web2Win, которая уже 5 лет занимается организацией подобных мероприятий в сфере интернет-маркетинга. Также компания TitanSoft, и нас всех здесь принимает Ургеусинг. Итак, третья Уральская интернет-неделя, она имеет маленькую особенность, то что у нас появилась валюта. Кто-нибудь уже имеет что-то подобное? У кого много? Ну вот 20 есть у кого-нибудь? По чуть-чуть, да? Или одной купюрой? Отлично. У меня будет тоже вот две купюрки по 20. То есть за самые хорошие вопросы, за отличные комментарии я легко поделюсь, отдам вам вот одну из этих купюр. Итак, также у нас сегодня в коридоре существует ярмарка вакансий, на которой каждый может прийти поделиться своим резюме, своей вакансией. Это все потом свяжется. Информация, здесь никакого спама, никакой рекламы, все по вашему согласию. Также будет биржа вакансий, биржа контактов. Кто уже, наверное, попробовал, можно оставить свои координаты, описать, чем вы занимаетесь. И потом всем участникам этой биржи придет рассылка с базой вот этих самых кандидатов. Итак, также еще вечером будет в полшестого выдаваться видеозаписи уже прошедших мероприятий. Вы можете получить их в виде CD-дисков. Официальный хэштег нашего мероприятия, вот как способы зарабатывания, один из способов зарабатывания вот этой валюты является активность с хэштегом UIN2014, любая, то есть вы можете комментировать, публиковать, как-то проявлять активность на самой выставке и за это получать нашу валюту. Также у вас есть раздатка, в которой есть программа, докладчики все время, каждого докладчика темы. Анкету, которую обязательно нужно заполнить, за нее особая ценность в виде нашей валюты. И сегодня также будет вечеринка без галстуков, которая пройдет в Доктор Скотч Пабе на Маушева 56. Приходите, будет не скучно. Итак. У нас еще собираются люди. Сейчас немножко подождем.
У кого есть вопросы, задавайте, пока не начали. Вопросы также нужно задавать. У нас нет микрофона, то есть лучше говорить громче, там, поднимать руку, чтобы не было шума. Так, я думаю, начнем. Я представлю нашего первого спикера. Это Алексей Бахтияров, генеральный директор Infobox. Давайте поприветствуем. Добрый день. Ох, он не радио. Я хотел выйти туда. Брюки превращаются. Добрый день, уважаемые участники конференции. На самом деле в программе мой доклад заявлен как «Ваши сайты работают быстро, тогда мы идем к вам». Но так как я понял, что из 18 слайдов этой теме посвящено всего 2, я решил переименовать свой доклад и назвал его «Облаков больше не будет». Кто слышал про компанию Infobox? Поднимите руки, пожалуйста. Приятно. Для остальных сообщаю. Infobox — это хостинговый провайдер, который предоставляет услуги по размещению сайтов, виртуальные серверы и облачную инфраструктуру для решения различных задач предприятия. Мы начали предоставлять облачные сервисы примерно 6 лет назад. Это слайд из моей презентации, которую я показывал несколько лет назад, объясняя, что переход на модель аутсорсинга – это естественный этап эволюции развития различных отраслей жизнедеятельности людей. Так мы перешли к схеме центрального отопления, которая, по сути, является тоже облачной технологией и аутсорсинговой моделью. Так мы перешли от хранения денег в банке, в настоящем банке, а сейчас уже появились даже виртуальные валюты, такая как биткоин. Мы говорили, что аутсорсинг — это и облачная модель, это очень экономично для предприятий. Не покупайте дорогостоящее ПО, возьмите у нас exchange в виде облака. И люди не думали об экономии, они спрашивали, а что такое exchange? И тогда мы поняли, что, видимо, не совсем нужно говорить об экономии для того, чтобы предложить бизнесу вот эти современные сервисы. Сергей Белоусов 2 недели назад на конференции Parallel Summit привел такие слова Ларри Эллисона, директора Oracle, о том, что, которые были сказаны еще в 1995 году, о том, что мир на самом деле хочет просто подключиться к розетке, получить оттуда энергию и получить оттуда информацию. И в 2008 году он говорит уже следующую вещь, что интересно, что облако уже нужно переименовывать его значение в нашей жизни, потому что облако на сегодняшний день включает абсолютно все, что мы делаем. Мы как частные лица выбрали облака, не задумываясь об этом. Мы не выбирали модель экономии или не экономии, мы выбирали просто сервисы, которые нам необходимы.
Мы пользуемся социальными сетями, мы сейчас уже не думаем, а как нам создать сайт, мы просто пользуемся. Мы постим фотографии в Инстаграме, мы используем какие-то другие сервисы. Мы начали использовать сервисы по принципу, которые нам стали необходимы в жизни по тем или иным причинам. Для общения между собой, для сохранения информации, для обмена информацией. И такая же история происходит и в сфере потребления IT-услуг бизнесом. Бизнес выбирает не модель экономии, не облака. Интересная деталь. Когда пару лет назад проделали эксперимент и вышли на улицу, и спросили простых людей, что такое облака, что такое облачные технологии, были совершенно различные ответы от прогноза погоды и подобное, но никто практически не сказал о том, чем на самом деле являются облачные технологии. И то, что происходит сейчас, когда бизнес начинает потреблять IT-услуги из облака, это не выбор облачной модели, это выбор тех сервисов, это не выбор модели аутсорса, это выбор тех IT-сервисов, которые необходимы для бизнеса. Посмотрите на ситуацию. В 2009 году, в середине 2000-х, бизнес, как правило, использовал один, максимум два сервиса, которые являлись веб-хостингом, размещением сайта и электронной почтой. Сейчас мы добавляем, и люди начинают использовать и спрашивать о решениях, которые они могут применить для более эффективной совместной работы, для централизованного хранения файла, для выноса базы данных или бухгалтерской программы 1С на ресурсы к провайдеру. В том числе, конечно, потому что это дешевле, но потому что некоторые сервисы невозможно использовать иначе, как по облачной модели. Сейчас и тот рост, который мы ожидали, что произойдет, как провайдеры ожидали, что произойдет за счет экономии, объяснение всех плюсов экономии, на самом деле сейчас происходит из-за того, что бизнес начинает выбирать не экономию, а начинает выбирать IT-решения, которые ему необходимы для более эффективной работы. Если на сегодняшний день в среднем уже используется 4 сервера, то эксперты предсказывают, что к 2015 году это будет уже порядка 7 сервисов. Так и есть, потому что уже сейчас мы видим, что все больше людей интересует, как я говорил, выносом бухгалтерии на ресурсы провайдера, не будем даже называть это облаком, виртуальные рабочие места, инструменты для продвижения сайтов автоматически, веб-конференции для того, чтобы дешево и удобно контактировать со своими коллегами и клиентами из любой точки мира. На сегодняшний день мы видим новую реальность, что IT вошли в каждую область бизнеса. И IT стало не средство экономить, а IT стало средство зарабатывать. Использование IT-решений – это ваше конкурентное преимущество. Поэтому чем раньше бизнес начнет использовать больше различных IT-сервисов, уже не задумываясь о том, что это облачная модель, а просто по необходимости, тем на шаг впереди вы будете относительно ваших конкурентов. На той же конференции Сергей Белоусов в итоге высказал такую мысль, что больше не существует облака. Но оно не существует не с точки зрения того, что не существует облачной модели, а с точки зрения того, что конечным пользователям не нужно думать, что такое облака. Они должны просто найти на рынке те решения, которые реально им помогут. И что по облачной модели будут организованы практически все сервисы, которые потребляет бизнес. В этом смысле облако есть все. Такая ставка на IT порождает и новые требования к провайдерам, и на нас возлагается большая ответственность для того, чтобы мы сумели предоставить эти сервисы бесперебойно, безопасно, с хорошей поддержкой, по доступной цене, быстро. Чтобы эти сервисы были интегрированы между собой, для того, чтобы клиентам не нужно было бегать по провайдерам. Тут у одного, тут другое, тут 5 поддержек, 5 чеков, 5 разных программ с разными интерфейсами. То есть интеграция – это тоже один из трендов, одно из требований и стандартов потребления IT-сервисов в будущем. Что мы со своей стороны, как хостинговая компания, сделали для того, чтобы соответствовать этим стандартам?
Мы прошли путь от хостера, который действительно 11 лет назад начал с того, что предложил пользователям услуги по размещению сайтов и электронной почты. На сегодняшний день мы предлагаем целый набор сервисов, который решает абсолютно все задачи компании. Компании для того, чтобы организовать инструменты, IT-инструменты для бизнеса, нужно только подключение к интернету. Для того, чтобы услуги оказывать надежно и бесперебойно, мы перешли на платформу для оказания услуг, которая называется Parallels Automation, которую используют более половины из 30 топ-телекомов мира и крупнейшими хостинговыми компаниями мира. Эта платформа опробована и работает на миллионах с миллионными клиентскими базами. Мы на ней предоставляем три основных направления. Это хостинг сайтов и веб-приложений. Это облачная инфраструктура, извините тут за слово облако, но чтобы было понятно, это серверы на наших ресурсах для того, чтобы вы там могли создать виртуальные рабочие места, вынести бухгалтерию. Это коммуникации, которые тоже направление является трендом, потому что людям уже недостаточно для эффективной работы общения только по электронной почте или по телефону. Что мы сделали? В октябре прошлого года на нашем сайте появилась страничка, где мы написали, что мы прекращаем сдавать железные серверы в аренду. Это был и является еще до сих пор одним из главных направлений нашей деятельности и приносит значительную часть выручки, но мы не видим и не хотим предлагать тот сервис, у которого нет будущего, потому что все-таки будущее — это за распределенными вычислительными ресурсами, когда клиенту все равно, какой сервер он, что есть ли у него сервер и на каком сервере оказываются эти услуги. Он просто выбирает сервис, который ему нужен, и потребляет его. Немножко подробнее остановлюсь на этих направлениях. Если говорить о размещении сайта, надо понимать, что из-за того, что частные лица перекочевали в соцсети, и для создания личной странички сейчас не нужно идти к хостинговому провайдеру, выбирать систему создания сайта. Не надо создавать сайт, нужно просто создать себе страничку в интернете. На сегодняшний день, естественно, хостинг сайтов ориентирован на бизнес клиентов и на бизнес цели. Интернет стал инструментом продаж, каналом продаж. Огромные десятки миллионов пользователей в России, сотни миллионов, если не миллиарды, по всему миру. И в этом смысле сайт – это инструмент продаж. И к нему предъявляются повышенные требования. И даже если клиент еще об этом наши не задумывается, то мы уже на сегодня предлагаем более совершенные технологии, чем предлагали раньше. Например, виртуальный хостинг для размещения сайтов. Если раньше его основным недостатком было то, что все сайты расположены разных клиентов на одном сервере, и при проблемах на одном из сайтов это затрагивало все остальные. Сейчас мы предлагаем хостинг нового поколения, где ресурсы каждого сайта изолированы для каждого клиента, и проблемы на других аккаунтах совершенно не затрагивают других клиентов. Кому нужно управление на уровне сервера, на уровне операционной системы, для более серьезных решений мы предлагаем виртуальные выделенные серверы. Использование оптимизированной платформы, где оборудование объединено и его количество оптимизировано, позволяет нам предлагать услугу виртуального сервера по очень доступным ценам, по самым низким ценам в России и по нашим оценкам, пока мы не видели даже, где еще дешевле, опять-таки за счет оптимизации серверной инфраструктуры, чего невозможно добиться, опять-таки там, покупая себе железный сервер и пытаясь его использовать. Так как сайт – это инструмент продаж, где возможны всплески посещаемости, то мы предлагаем также уже следующий шаг и следующий уровень платформы. Это пока называем еще облачной платформой, но на самом деле это можно назвать масштабируемая платформа, где вы оплачиваете по факту потребления ресурсов, и где независимо от количества посетителей на сайте, вам всегда гарантированно будут предоставлены вычислительные ресурсы. Помимо размещения сайтов, понимая, что вам надо продвигать ваши сайты, мы предлагаем и дополнительные инструменты. Тут присутствует компания Елама, мы буквально в этом месяце запускаем совместный сервис. Это сервис автоматической
публикации рекламы в интернете, когда вы просто вводите имя сайта, странички и товары, какие вы хотите рекламировать, и ваша реклама автоматически размещается в социальных сетях, на Яндексе, в Гугле, на Мейле. Мы предлагаем размещать, мы предлагаем дополнительный телефонный сервис для того, чтобы вы могли установить кнопку на сайт, вам могли клиенты позвонить бесплатно, вы принять, обработать все звонки, зафиксировать, таким образом управлять вашими продажами. Мы предлагаем инфраструктурное решение для размещения у провайдера серверов и виртуальных серверов, с помощью которых вы также можете решать различные задачи до предприятия. Вы можете там разместить от одного сервера с базой данных до целого набора. При этом всеми параметрами каждого сервера вы управляете и можете создать серверы произвольной конфигурации. Можете объединить их в локальную сеть. Я сегодня упоминал ранее на слайде криптовалюту биткоин. Так парадокс в том, что аутсорсинговые модели уже переплетаются. Наши ресурсы облачные уже используют для генерации, пытаются использовать для генерации криптовалют биткоина. Почему пытаются? Что все-таки сейчас уже настолько требуются сложные вычисления для генерации биткоинов, что уже не совсем подходит вот такая инфраструктура, какую предлагаем мы, а требуется уже специальное программное и серверное обеспечение. Исследование показало, что выбирая готовые сервисы, люди только в 19% от общей массы говорят об экономии. Основным плюсом, о котором они говорят, это продуктивность. У нас есть пакет Office 24, это решение для бизнеса, который интегрирован. Его основной плюс, что почта, корпоративный портал для хранения документов, сервис обмена сообщениями, они все работают из-под одной учетной записи и интегрированы между собой. Это позволяет работать в едином интерфейсе. Здесь вот небольшой скриншотик из моего Outlook. Вот мне пришло письмо, я тут же вижу, что сотрудник там Наталья Фильченко отсутствует на месте. Я тут же вижу, какие коллеги здесь. Я нажимаю на имени коллеги, я тут же могу назначить собрание или ему позвонить, или начать веб-конференцию. Это очень удобно. Таким образом, мы не говорим об экономии, мы говорим еще раз о том, что IT-сервисы – это не средство экономить, это средство зарабатывать дополнительные деньги. Когда мы говорили клиентам о том, что с помощью этого сервиса Exchange такой вот стоит там 1 000 000 рублей в год, а это вам стоит 300 рублей в месяц на пользователя всего, нам опять-таки спрашивали, а что такое Exchange, и люди не понимали о том, что как можно экономить, платя 300 рублей в месяц, потому что они были на Яндексе и вообще ничего не платили. Когда мы сказали о том, что и доказали, и исследованием, и собственной работой, и опытом клиентов показали, что на самом деле платят 300 рублей, они экономят на сотрудника 3-5 тысяч в месяц, то эти сервисы начали восприниматься абсолютно по-другому. Основным препятствием якобы были проблемы для развития такой модели, были проблемы с безопасностью или опасения скорее по поводу безопасности. Но на самом деле за 6 лет, когда мы предлагаем эти сервисы, до сих пор я не слышал ни о конкурентах, ни про нас, и вы, я думаю, не слышали реальных историй, поэтому о том, что были какие-то проблемы или провайдер там что-то, какие-то данные продал. Поэтому на самом деле я уже во время конференции прекратил практически эту тему комментировать и объяснять, как мы обеспечиваем. Потому что вот давайте посмотрим на конкретные кейсы и на имена клиентов, которые нам доверили свою IT-инфраструктуру, и убедимся в том, что, наверное, можно доверять. Это Subway, они используют сервис Office 24 для коммуникации внутри компании. Это ВКонтакте, несмотря на весь профессионализм и огромную и профессиональный уровень их программистов, их IT-специалистов, которые в состоянии администрировать такую огромную социальную сеть с таким количеством оборудования, используя такого количества технологий, они тоже выбрали решение Office 24 для организации коммуникации внутри компании. Интересный кейс. Мы стали поставщиком конкурса Евровидения,
когда предоставили в аренду рабочие места для пресс-центра, 350 журналистов со всего мира работали на арендованном программном обеспечении, на арендованных ресурсах, потому что, естественно, там на неделю, в течение которой продолжается конкурс Евровидения, не было никакого резона покупать. Они просто приехали и начали пользоваться, не думая, кто это администрирует, где это работает. Мариинский театр тоже очень интересный кейс. У них проходит, естественно, с определенной периодичностью спектакли. У них на сайте есть сервис онлайн-вещания отдельных мероприятий, которые они используют, устраивают трансляции 3-4 раза в месяц. Они выбрали, опять-таки, IT-провайдера для того, чтобы мы обеспечили видеостриминг с видеокамер, и люди по всему миру могли видеть мероприятия Мариинского театра. Банк Санкт-Петербург – это частное облако, организовали на наших ресурсах. То есть и финансовые институты не боятся использования облака. РЖД – тоже клиенты Office 24. И многие другие. Не только большие компании. Я эти привел бренды, чтобы вам было понятно по вопросу безопасности и доверия к нам. Если говорить… Кто эти многие другие, то это не 10 компаний, это тысячи компаний по всей России, которые нам доверяют инфраструктуру. Ну, не то, что они доверяют, у них ее не было. Они начинают использовать те дополнительные инструменты, которые им нужны для более эффективного развития. Опять-таки, еще вопрос, о котором говорили, а как же каналы в регионах, как обеспечить при использовании ресурсов провайдера хорошую связность от дата-центра провайдера до клиента. Наш дата-центр расположен в Петербурге, понимая, что огромная часть России не охвачена. Мы выходим в регионы, и сегодня вы первые, кто узнает о том, что мы открываем новую локацию в Красноярске. Это не совсем Екатеринбург, но это поближе, чем Петербург от Екатеринбурга. Это позволит жителям Урала, жителям Сибири потреблять наши услуги на более высокой скорости, по оптимальным ценам. Кроме этого, мы планируем, ну, так как клиенты у нас появляются не только в восточной части России, есть запросы из Европы, сейчас такой тренд, что глобальные провайдеры начинают открывать локации по всему миру. У нас на этот год запланировано открытие локаций в Европе и, предположительно, юг России. В следующем году будет еще больше локаций. Это, возможно, Америка, это Азия. Опять-таки для того, чтобы независимо от места проживания наших клиентов обеспечить максимальную доступность сервисов. Невозможно продвижение этих IT-сервисов. Вот мы пришли в Красноярск, но ясно, что мы пришли отчасти в Екатеринбург. Ясно, что тут есть на местах компании, которые работают с конечными клиентами. Поэтому очень важно развитие партнерской сети, потому что им гораздо легче и правильнее достучаться до конечного потребителя. Сейчас образуется вот с точки зрения предоставления услуг определенная экосистема. Вот мы выбрали не собственную разработку, а выбрали решение от компании Parallels для того, чтобы оказывать услуги на их программном обеспечении. Мы при этом используем программное обеспечение Microsoft там, и другие операционные системы. Parallels разработали APS-стандарт, который позволяет любому поставщику или обладателю сервиса подключить свои сервисы по определенным по вот этому стандарту к нашей платформе, что позволяет нам добавлять без особых усилий новые интернет-сервисы для наших клиентов. Таким образом, мы запустили сервис телефонии. Мы подключили вот масштабируемую платформу для размещения веб-приложений. Мы запускаем совместно с Еламой сервис автоматической публикации контекстной рекламы. Нашу платформу используют МТС для того, чтобы для своих клиентов предложить какие-то дополнительные сервисы, которые не являются профильными для самой компании
МТС. Если среди вас есть IT-интеграторы и веб-агентства, мы приглашаем вас к сотрудничеству, чтобы ваши клиенты узнали о новых возможностях использования IT-сервисов от вас. Это не случайно. Это Миша, Полина и Леша, это мои дети. Вот. Что я хочу сказать? Почему они такие радостные? Потому что им не нужно будет делать выбор через 5 лет между облачной моделью и другой. Потому что любой сервис, который они будут потреблять для себя лично, для своего бизнеса, это будет IT. Но это будет не выбор между облачной моделью и какой-то другой. Это просто будет IT. Но это IT и будет облаком. Потому что все вокруг это будут облака. Спасибо. Так, давайте вопросы, какие появились. Поднимайте руки, да. Давайте. Это скорее аналог Office 365, если вы слышали о таком сервисе от Microsoft. Если Bittrex 24 это только корпоративный портал, то это почта, корпоративный портал и аналог Skype, но безопасное общение с друг другом, опять-таки интегрированное между собой. Но не буду наводить антирекламу Bittrex, я скажу, что мы используем внутри компании и Bittrex 24, потому что с точки зрения социальности он гораздо более продвинутый. И нам это очень импонирует. У нас очень сильно изменилась атмосфера внутри компании. То есть, представляете, какие вещи? То есть там не только централизованное хранение документов, ведение проектов и календарей, а меняется с помощью этих сервисов, вы можете изменить атмосферу внутри компании, отношения между сотрудниками, уменьшить текучку, это тоже деньги. Это тяжело посчитать, но вот так реально меняет мир, и поэтому они необходимы вам. И думайте в первую очередь о том, что это облако или не облако, о том, что есть у вас такие сервисы или нет таких сервисов. То есть у вас и то, и другое одновременно. Мы переезжаем на мы практически переехали на Bittrex 24, потому что с точки зрения функционала хранения документов SharePoint все делает то же самое. Вот, но на Bittrex лучше вот реализована вот эта социальная составляющая по общению, там, лайканию друг друга и так далее. Поэтому мы выбрали Bittrex. Но с точки зрения остальных коммуникаций, почта это вот это Exchange и Link. Link, кстати, будет интегрирован в ближайшее время с телефонией. Таким образом, компания получает полностью интегрированное решение, а не отдельно там АТС от какой-то другой компании, которая стоит напротив нас, и отдельно там почту от кого-то, а все вместе, все из одного окна. Да. Ну, во-первых, это может быть частное облако. Я приводил как пример Банк Санкт-Петербург. Естественно, были особые требования. Мы работаем в Красноярске с компанией Vebra. Мы будем использовать их дата-центр. Они являются поставщиком IT-услуг по Сибирскому округу большим. Вот. У нас уже есть там первые заявки от клиентов, и мы будем предоставлять, например, виртуальные машины с защищенным VPN-каналом, который будет изолирован от интернета, таким образом достигаем безопасности. Но я не говорю там о физической безопасности дата-центра, о безопасности на программном уровне, естественно, это все реализовано. Да, да. Ну, так как там ядро нашей сейчас системы находится в Петербурге, то в принципе в отдельных, и мы размещаем часть нашей платформы в Красноярске и будем еще где-то, то, естественно, для отдельного клиента возможно подключение облака даже на его территории и в его дата-центре. Да. Вопрос безопасности. Именно безопасности с точки зрения госатак и отказа от обслуживания. То есть, ну вот если мы берем обычного провайдера не облачного, то есть досятся его сервера, все сайты либо падают, либо затруднения. То есть у вас с облачной технологией, то есть тогда какое преимущество? То есть сохраняется ли возможность DDoS-атаки и отказа от обслуживания? И как это влияет на сайт? Допустим, у меня вот размещено 5 сайтов в облаке у вас. И ну вот, какие могут быть последствия или какая защита, то есть преимущество?
Чаще всего DOS, конечно, касается клиентов, когда на одном сервере расположены сайты разных клиентов, этот сайт имеет один IP-адрес, который начинают DOSить. И первым шагом мы вычисляем уже там не какой IP DOSит, а какой именно сайт, и принимаем определенные меры на сетевом уровне. Потому что может быть там путем остановки работы этих сайтов, но зато мы ограждаем остальных клиентов от атаки и ее последствий. Также мы рекомендуем использование там, потенциальным жертвам или после там, прецедентов использования дополнительных сервисов или прямо переключение на специализированные сервисы, которые предоставляем не мы, потому что это на самом деле дорогое решение, поэтому неправильно ожидать от облачного провайдера всех решений, всех там, задач в отношении DOS-атак, потому что там, покупка оборудования для того, чтобы это было по дефолту, да, это определенное количество оборудования и определенное удорожание всех услуг, даже для тех, кто не является потенциальной жертвой DOS-атаки. Поэтому тот, кто этого опасается, мы им рекомендуем использовать специализированные сервисы, предлагаем партнеров и таким образом обезопасиваем и их, и их соседям по дата-центру. А вот, собственно, если то есть соседи по дата-центру страдают или не страдают при подобных атаках? Ну, чаще всего все-таки жертвы расположены и имеют выделенные серверы, ну, там, в силу масштаба проекта, да, и там интересно там никому же, там не интересно досить сайт Пети Васильева, там досят определенные ресурсы. Как правило, эти ресурсы на выделенных серверах мгновенно практически мы вычисляем IP-адрес, вынуждены блокировать атакуемый ресурс, таким образом мы ограждаем всех остальных от атаки. Ну, потому что ну, никто не досит там все сразу айпишники дата-центра, это невозможно. Их надо еще знать. Там, да? Поэтому, так. Давайте у нас еще вот вопросик был. Я забыл, кстати, сказать о бигдате, что на самом деле облачная модель и модель аутсорса выгодна не только небольшим компаниям, для которых использование каких-то более продвинутых решений, кроме электронной почты, это естественный шанс. Интересно, я недавно прочитал пример, что компания Chevron имеет 300 тысяч скважин по миру. Для того, чтобы эффективно управлять добычей нефти, с каждой скважины, я сейчас не помню цифру, но какое-то колоссальное количество информации нужно в сутки записать на серверы и обработать. И даже компания с 40-миллиардной прибылью в долларах, если просто купит диски по рыночной цене, а не пойдет к провайдеру, который вроде бы покупает точно такие же диски, еще добавляет свою стоимость, так это покроет, это превысит всю ее прибыль. Таковы расходы на бигдату. Помимо прочего, эту бигдату нужно обработать и защитить. Это означает то, что для этого нужны реально специальные решения, которые настолько серьезны, что им не совсем выгодно даже такой богатой компании, как Chevron, купить только на себя, и что требуются специальные технологии для защиты и оказания этих сервисов от провайдера, как раз, которые оказывают услуги не только одному клиенту и позволяет такое количество данных сохранять здесь более оптимально и по более низкой цене, а также эффективнее их защищать и обрабатывать. Я не знаю, насколько я ответил на вопрос, но я пытаюсь, да, более простым языком сейчас тут говорить. Это эксперт по облачным технологиям нашей компании Юрий Трухин. Он, наверное, добавит про Big Data от себя. По поводу Big Data. На самом деле на сегодняшний день уже можно использовать технологии Big Data в наших облаках. Вы без проблем можете в облачной инфраструктуре развертывать свои решения, такие как Apache Hadoop, такие как MongoDB и другие распределенные системы. А с открытием новых локаций сейчас в Красноярске в течение этого года, еще несколько новых локаций, включая европейские, вы можете устраивать кросс-дата-обработку между дата-центрами.
Соответственно, в зависимости от масштаба обработки ваших данных, практически любую сложную систему обработки Big Data вы можете устанавливать в нашем облаке. Но в будущем мы планируем добавление сервисов Big Data на нашу платформу. Соответственно, вы сможете в один клик получить необходимое количество инстансов Hadoop, уже сейчас доступная Mongo там, и другие решения по Big Data. То есть Big Data — это то, что мы можем обрабатывать в том числе. Итак, давайте у нас… Спасибо большое, если будут еще вопросы. Да. Ну, последний вопрос пускай будет. CDN, наверное, на следующий год мы планируем, потому что вот в этом году сейчас цель запустить несколько локаций и в начале следующего года, а потом уже эти локации объединять, передачу данных между них уже с помощью CDN. Ну а сервисы я перечислил, что мы запускаем интегрированную телефонию, мы запускаем сервис публикации онлайн-рекламы. Да. Спасибо большое. Не думайте, что такое облака. Думайте, какие инструменты вам нужны для вашего бизнеса, обращайтесь к нам, обращайтесь к нашим коллегам, мы обязательно решим ваш вопрос. Спасибо. У нас уже готов следующий спикер. Это Дитков Евгений, директор юридической фирмы Юста Аура. Давайте поприветствуем. Здравствуйте, друзья. Как вам мероприятие? Замечательно. Представлюсь, меня зовут Евгений Дитков. Я директор и управляющий партнер юридической фирмы Юстаура. Помимо очевидных вещей относительно того, что мы оказываем юридические услуги, мы занимаемся полным сопровождением бизнеса, начиная от сопровождения бизнес-процессов, судебного представительства, и я бы хотел обратить ваше внимание на наши ключевые практики, в которых мы наиболее сильны, это защита интеллектуальной собственности и информационное право. Моя сегодняшняя презентация посвящена запуску бизнеса и тем ключевым блокам юридических вопросов, на которые бы я хотел обратить ваше внимание, тех ошибков, с которыми сталкиваются предприниматели. Всего у нас 30 минут, поэтому то, о чем я расскажу, это будет видение нашей юридической фирмы, то есть та концепция, те вещи, на которые следует обратить внимание при работе в сфере предпринимательства. Поднимите руки те, кто занимается интернет-бизнесом сейчас. Замечательно. А кто планирует? Хорошо. Значит, предварительно несколько цитат и замечаний. То есть вот есть информация, американская статистика, 90% стартапов, они терпят неудачу. Вот. По России точной статистики нет, но я не думаю, что здесь принципиально цифры каким-то образом отличаются. А еще цитата, которая мне нравится, говорит о том, что изначально те решения, которые мы принимаем на стадии основания бизнеса, которые мы закладываем, они потом имеют очень важное значение и имеют очень такие долгоиграющие эффекты. Ну и дальше, поскольку мы, скажем, в режиме онлайн, каждый день консультируем наших клиентов, мониторим ситуацию и поэтому видим те проблемные места, узкие места, с которыми сталкиваются предприниматели, вот, в том числе в сфере IT и интернет-бизнеса. Поэтому, естественно, проще учиться на чужих ошибках, чем на своих собственных. Ну и наша презентация, о чем мы будем говорить, значит, состоит из трех блоков. Первое.
Это вопросы, связанные с запуском, основанием компании. Второе, мы поговорим с вами о защите активов. И третье, о сопровождении бизнес-процессов именно применительно к тематике нашего сегодняшнего мероприятия. Итак, старт. А кто-нибудь смотрел это кино? Социальная сеть. Да, замечательно. Наверное, помните ту линию сюжетную именно с юридическим уклоном относительно тех корпоративных конфликтов, которые возникли между основателями компании. То есть действительно проблема, она очень частая. Она, конечно, не только касается сферы IT, интернета, то есть вообще типовая проблема для стартапов. В шоу-бизнесе это часто мы сталкиваемся, когда ребята объединяются, объединены какой-то идеей, все классно, эгей, начали работать. Вот, как только пошли деньги, возникает масса вопросов, каким образом урегулировать различные спорные ситуации. Вот. И первый момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание, заключается в том, что когда мы стартуем, запускаем компанию, возникает базовая дилемма, как заниматься бизнесом в одиночку, нанимая персонал, либо привлекать партнеров, соучредителей. Каждый, естественно, отвечает на этот вопрос самостоятельно, исходя из специфики бизнеса. Но тем не менее, вот, по моему мнению, существует вот следующее правило, так называемые заповеди, да, на слайде. То есть, во-первых, надо понимать, что партнерство – это риски, необходимо думать, решение принимать осознанно, рационально, привлекать партнеров или заниматься частной практикой в форме там, ИП или, может быть, общества с ограниченной ответственностью. Естественно, привлекайте партнеров тогда, когда существуют конкретные причины, почему вы не можете работать в одиночку. И помимо этого вы должны непосредственно на берегу, на стадии создания, распределить обязанности и привлекать тех партнеров в функционале, в тех компетенциях, в которых вы непосредственно заинтересованы. Того, чего нет у вас. Когда привлекать партнеров? Этот вопрос, ответ на этот вопрос получается в зависимости от характера проекта. В различных ситуациях достаточно как бы частной практики, частного бизнеса. Но иногда, вот я думаю, что это характерно для интернет-бизнеса, сферы информационных технологий, когда технологии стремительно развиваются, и счет идет, если там не на годы, на месяца, может быть, в некоторых случаях и на дни, когда стоит задача захватить рынок, там, снять сливки и так далее. Да? То, естественно, в таких вещах актуально привлечение команды. Соответственно, мы обращаем внимание и привлекаем партнеров, когда мы планируем получить некие знания, компетенции, которых у нас нет. Это социальный капитал, связи и, естественно, денежный капитал, когда вот, собственно, капитала у вас не хватает. Безусловно, если мы стартуем и основываем компанию с командой, с соучредителями, то возникает так называемое дилемма лидерства. Естественно, достаточно сложно ответить на вопросы, кто главный, особенно если очень часто вот многие компании основываются там двумя учредителями, да, то есть и примерно с какими-то равными вкладами, может быть, да, в общее дело. Вот. И часто, да, то есть очень многие фирмы, стартапы, то есть основываются на принципах 50 на 50. Хорошо это или плохо? С юридической точки зрения плохо, конечно, да, то есть скажу об этом чуть дальше. Юридические инструменты. Каким образом решаются вопросы, на что следует обратить внимание, то есть если мы основываем бизнес и что особенно актуально в партнерском бизнесе. Первое. Обращаю ваше внимание на ключевой документ в любой компании, да, если она создается именно в качестве юридического лица, там общество с ограниченной ответственностью в частности. Да, это устав. То есть очень многие относятся к этим бумажкам как к неким формальностям, которые нужны лишь для того, чтобы открыть расчетный счет, получить печать и дальше начать работать. Вот. Но когда возникают конфликты, когда если бизнес, стартап вырастает до прибыльного проекта, то так или иначе, ну вот мы как юристы постоянно сталкиваемся, да, мы работаем с конфликтами. И люди начинают читать, что же у них написано в их уставе в этот момент.
И очень часто там кроются самые интересные, ну, скажем так, сюрпризы. Потому что типовые уставы, как очень многие регистрируют там за несколько тысяч рублей буквально, там типовой устав зарегистрировали, открыли счета, все, никто не смотрит, что там написано. А потом действительно возникают принципиальные проблемы. Вот точно так же, как сейчас вот все там гадают, там Янукович там легитимный президент или нелегитимный президент, для того, чтобы самостоятельно разобраться в этом вопросе, необходимо открыть Конституцию Украины для того, чтобы прочитать все-таки там законно его свергли или незаконно. Вот. Так и применительно к любой организации, конституцией организации является устав. И на что здесь следует обратить внимание? На том, что вот этот устав, он, это документ по законодательству, обладает большим потенциалом настройки под конкретные отношения, под вашу специфику. То есть очень много норм, так называемых диспозитивных, когда вы можете урегулировать ваши отношения так, как вы хотите, так, как вам удобно работать. Но для этого вы должны, опять же, выстроить ваши отношения и совместно с юристами проработать этот документ. Вторая вещь, которая имеет важное значение и практически предприниматели не пользуются на сегодняшний момент этим инструментом, в связи с чем я хочу обратить ваше внимание на его важность, это партнерский договор. Партнерский договор, как бы здесь существует два его типа. То есть есть формальная часть, на сегодняшний момент это в акционерных обществах называется договор об осуществлении прав акционеров, либо в обществах с ограниченной ответственностью договор об осуществлении прав участников. Ну и кроме того, консультанты по бизнесу рекомендуют заключать в целом партнерский договор, в том числе фиксируя как бы ваши неформальные отношения относительно развития различных бизнес-ситуаций. Вот. Применительно к общим юридическим документам, как устав, так и партнерский договор, то есть необходимо, рассматривая ваши всегда отношения, проводить так называемый дедлок-тест. Что это такое? То есть дедлок – это тупиковая ситуация, которая возникает. Вот когда я задавал вопрос 50 на 50 хорошо или плохо, ну, это плохо хотя бы с точки зрения вот, понятия дедлок. То есть всем прекрасно понятно, что в обществах, в хозяйственных обществах решение собранием участников принимается либо простым, либо квалифицированным большинством голосов. Понятно, если мы распределили наши доли в равных частях, то, соответственно, решение невозможно принять, если оно не будет согласовано. Но существуют, наверное, те ситуации, когда вот учредители уперлись и не могут согласовать и принять решение. Поэтому, естественно, анализируя ваши документы, необходимо проверять, а что будет, если возникнет ли тупиковая ситуация, будет ли принято какое-то решение, которое имеет значение для управления компанией. Ну и на слайде здесь вы видите некие ключевые вопросы, на которые следует ответить и осветить в партнерском договоре. Как в формальной его части, так и в неформальной части партнерского договора. Ну и здесь выдержка. Я сознательно решил вас не грузить нормативной базой, поскольку это достаточно скучно. Но тем не менее, все-таки вот обращаю ваше внимание на то, что в закон об обществах с ограниченной ответственностью легализовано вот это вот, по сути дела, понятие партнерского договора. Он называется договор об осуществлении прав участников. Его предметом является осуществление определенным образом или воздержание от осуществления корпоративных прав. Ну и, соответственно, учредители договариваются, каким они образом будут голосовать при наступлении каких-либо последствий, продавать долю или воздержаться от продажи доли при наступлении каких-то последствий. Ну вот эти вещи, опять же, актуальны, если речь идет не просто о стартапе, да, а стартап создается с тем заделом, чтобы в дальнейшем иметь возможность привлекать инвесторов, ну и продать бизнес. Да. То есть как мы будем действовать, какие решения будут приниматься, если будут возникать какие-либо конкретные обстоятельства. Ну и дальше здесь просто литература, которую я рекомендую вам почитать, посмотреть самостоятельно. Книга «Партнерское соглашение» по неформальной части, то есть американские авторы. Ну и, значит, главная книга «Основатели бизнеса». Теперь поговорим о защите активов. Первое, да, для того, чтобы защищать активы, мы должны понимать вообще, какими активами обладает компания, стартап. Ну и в частности здесь, естественно, есть определенная специфика именно для IT и для интернет-компаний. Вот. Поэтому я бы хотел у вас спросить, как вы считаете, вот, что является основными компаниями, вот, информационных компаний?
компании в сфере интернет-бизнеса. Что мы выявляем, что мы защищаем, что мы закрепляем? Что? Замечательно. Еще будут версии? Бренд. Супер. Дизайн. Классно. Доменное имя. Замечательно. Еще? Что-что? Ну, сертификат и лицензия. Что вы под лицензиями понимаете? Понятно. Еще? Человеческий капитал, кадры, да? Ну, это люди, да, понятно. Еще? Все, да? Ну, давайте посмотрим. Вот моя версия. Что, на что следует обратить внимание, что защищается вполне. То есть не просто как бы вы пользуетесь, является вашими активами по факту, да, что вы используете в качестве ваших средств производства, вашего конкурентного преимущества, но и что можно защитить исключительными правами. То есть что такое исключительные права, наверное, все знают. Да? То есть это те вещи, которые искусственным образом закрепляются за вами. То есть вы можете использовать, никто другой не может использовать. Если кто-то использует против вашей воли, то это лицо привлекается по вашей, ну, по вашей воле, там, по заявлению, там, к установленной законом ответственности, там, гражданско-правовой, уголовной, административной, какой угодно. Итак, интернет-сайт, доменное имя, бренд, логотип, программы, базы, торговые секреты, коммерческая тайна, дизайн, фотографии, рекламные тексты, видеоролики. Да? То есть все, что вот в интернете есть, практически все это попадает в сферу регулирования законодательства об интеллектуальной собственности фактически. Вот. Теперь как мы закрепляем, когда мы понимаем, что, с чем мы работаем, что, собственно говоря, мы должны обеспечить за собой, закрепить на праве, то необходимо понимать, каким образом это делается. Потому что принадлежность, она как бы в большинстве случаев не возникает просто так, по факту. Ну и вот здесь вот, опять же, та мысль, которую я уже сказал, в принципе, да, то есть если активы, вы должны их перевести в категорию собственности. То есть не просто пользоваться, но и что-то сделать для того, чтобы обеспечить свои права на эти вещи. Каким образом это делается? Первое, значит, актив, то, что было вышеперечислено, да, этот список, они, условно говоря, эти позиции делятся на две группы. Первое, регистрируемые активы, нерегистрируемые. Соответственно, те, которые регистрируемые, ну, имеется в виду официальные регистрации в Роспатенте, да, то есть как там программы ИВМ, бренды и так далее. Вот, то, естественно, понятно, нужно регистрировать. То, что нерегистрируемое, то есть, опять же, права в ряде случаев, ну, они как бы возникают, но просто вопрос, скорее всего, эти права возникнут не у вас. Вот, и поэтому необходимо определенное юридическое обеспечение, составление определенных юридических документов, которые обеспечат гарантию принадлежности соответствующих прав правообладателю. Но в данном случае мы исходим из того, что цель является обеспечить права за компанией. То, что очень часто мы видим, и, наверное, времени у меня нет здесь конкретные кейсы рассказывать, конкретные вот конфликтные ситуации, но принципиально важная вещь, на которую нужно обратить внимание, то есть большинство вот тех активов, которые там вы видели на слайде, относятся к объектам авторских прав. Авторские права, они характерны тем, что права возникают в силу факта создания и возникают у физических лиц, тех креаторов, которые создают эти объекты первоначально. А соответственно, это могут быть либо ваши работники, либо это могут быть работники тех компаний, которые вы привлекаете в качестве подрядчиков. Да? То есть, допустим, создать интернет-портал, сайт, какой-то дизайн и так далее. Вот. И, соответственно, первоначальным автором всегда и правообладателем станет то лицо, которое создает. Это нужно помнить. Или если у вас есть, естественно, интерес, а у вас его, наверное, не может не быть, чтобы обеспечить права за собой, то необходимо определенным образом выстроить юридические отношения между как работниками, так и неработниками. Вот. Теперь важная вещь, да, опять же, с точки зрения юридической материи, то есть интернет-бизнес, интернет, там, ну, интернет не существует без сайтов, понятно, да. С точки зрения права, что такое сайт. Обращаю внимание, юриспруденция трактует сайт как составной объект авторских прав в целом. То есть он может состоять, сайт, естественно, состоит из отдельных элементов, и программная часть, и дизайн,
и фотографии, и видеоматериалы, которые сами по себе могут охраняться и будут охраняться, естественно, авторским правом, и могут быть правообладатели совершенно там разные лица. Но тем не менее, как составное произведение, как комплексный объект, сайт охраняется авторским правом. Поэтому очень часто мы это видим. И, кстати говоря, даже на собственном опыте с этим сталкивались, когда заказывали разработку сайта. И вот сейчас мы вот новый сайт разрабатываем, да, у нас в процессе находится. То есть очень часто тут и разработчики как-то так умалчивают этот момент. А неграмотный заказчик, он как бы и пропускает это все. Да? То есть он оплачивает работу, он заказывает создание сайта и передачу результата. Но в большинстве договоров, которые я видел, не оговаривается вопрос об использовании, о принадлежности, собственно, прав на сайт. То есть, собственно говоря, получается, что мы как бы заказываем, платим часто большие деньги, но в результате получаем какое-то фактическое право пользования, которое мы можем использовать лишь до тех пор, пока вот нас молчаливое согласие допускает разработчик. Ну, наверное, если мы платим, мы должны позаботиться о том, что мы все-таки покупаем это себе. Вот, и поэтому необходимо обратить внимание и внимательно посмотреть на эти договоры. То есть очень часто здесь есть большая проблема. А доменные имена. Да, доменные имена, значит, здесь хочу сказать кратко. Значит, доменные имена на сегодняшний момент они не являются объектами интеллектуальной собственности. Вот, но помимо технического подхода к описанию, что такое доменное имя, естественно, вы как специалисты с ним хорошо знакомы. С точки зрения правовых категорий, просто кратко, значит, доменные имена по законодательству трактуются как специальный специфический способ использования товарного знака. Вот, и поэтому, если вы, может быть, сталкивались с такими делами, когда правообладатели товарных знаков осуществляют захват чужих доменных имен, зарегистрируется товарный знак, совпадающий или похожий на ту часть доменного имени, и предъявляется иск, после которого, допустим, регламент регистрации доменных имен в зоне РУ или в зоне, в российских, да, доменных зонах, позволяет автоматически после получения судебного решения, которым подтверждено нарушение прав владельца доменного имени по отношению к владельцу товарного знака, осуществить принудительную перерегистрацию доменного имени, то есть в принудительном порядке сменить администратора домена. Вот. Поэтому здесь рекомендация очень простая, да, то есть если у вас оригинальные доменные имена, само по себе право на доменное имя, оно существует поскольку существует договор с регистратором доменного имени, то есть это краткосрочные отношения, то есть если вы пропустили срок, все, доменное имя у вас пропало, для того чтобы закрепить его за собой, регистрируйте оригинальные доменные имена, если они обладают признаками охраноспособности для товарных знаков, регистрируйте в качестве товарных знаков. Вот. Ну и в ряде случаев можно добиться защиты доменного имени против владельца товарного знака при наступлении конкретных обстоятельств. Работники, подрядчики, я уже говорил, то есть риски помимо вопросов, связанных с авторским правом, да, очень часто коммерческая тайна, секреты производства, да, то есть какие-то ваши уникальные технологии, ваши бизнес-процессы, то есть все это необходимо защищать. То есть опять же, в принципе, защищается таким же образом, то есть определенным образом документирование, составление перечней объектов коммерческой тайны, подписание определенных документов с работниками, либо регулирование этих отношений с внешними подрядчиками. Ну вот на слайде вы видите здесь градацию, каким отличие тех конкретных документов, которые составляются в зависимости от того, регулируются отношения либо с вашими работниками, которые приняты по трудовому договору, либо с фрилансерами или внешними подрядчиками. Теперь очень важно при запуске, при старте бизнеса, да, то есть мы когда запускаемся, естественно, первое, с чего, как правило, начинают, то есть придумывают название проекта, название компании. И, естественно, если речь идет об интернете, то есть, наверное, видели, да, везде рекомендации, сделайте так, чтобы у вас везде одно и то же наименование, оно как бы проходило насквозь, там, да, то есть через наименование вашей организации, через доменное имя, да, и, естественно, существует такой замечательный объект интеллектуальной собственности, как товарный знак. То есть в идеале, то есть необходимо, чтобы все это название, да, оно как бы получало различные ипостаси, различный правовой режим, для того, чтобы лучше запоминалось, чтобы вы лучше себя продвигали и так далее. То есть, соответственно,
часто, да, вот когда мы говорим вот, ошибки, с какими ошибками сталкиваемся, да, то есть многие предприниматели забывают о каких-то аспектах и, соответственно, либо обращают внимание только лишь на наименование, либо на доменное имя. И ну, вот очень часто забывается такой вопрос, связанный с охраноспособностью, да, соответствующего обозначения в качестве товарного знака. Поэтому, естественно, для того, когда вы запускаете проект, обсуждать, как его называть и так далее, да, то есть необходимо проверить чистоту наименования, то есть не только с точки зрения юридического, да, то есть как бы название организации, то есть здесь вот видите сайт, да, где это можно посмотреть, интернет, то есть источники, да, доменное имя, это понятно, как проверять. Ну и очень вам рекомендую, то есть сразу на стадии еще до того момента, как вы запустились, проверьте это название по базе зарегистрированных товарных знаков. И, соответственно, если оно у вас чистое со всех точек зрения, то тогда уже замечательно. То есть создаете юрлицо, регистрируете доменное имя, подаете заявку на регистрацию товарного знака. Вот. Что регистрируем? Да, какие товарные знаки бывают? Просто не просто какие-то названия. Там, здесь вы видите графические товарные знаки. То есть для интернет-бизнеса, для интернет-компании, на мой взгляд, актуально. Да? То есть просто мы можем защищать в качестве товарных знаков отдельные элементы интерфейса, интернет-портала, интернет-сайта. Ну, классика жанра, да, словесные товарные знаки. Вот, ну, здесь вы видите интернет-компании, IT-компании, да, то есть комбинированные обозначения. Как они выглядят, примеры. Ну вот некоторые примеры там из нашей практики регистрации, то, что мы зарегистрировали уже в качестве брендов. Процесс регистрации бренда занимает от года, то есть около года, чуть больше. То есть это зависит не от того, что вот там мы долго там работаем, да, как специалисты. Это сроки, которые установлены регистрирующим органом Роспатентом. То есть, но для вас, как для клиента, важна дата приоритета товарного знака. То есть исключительное право у вас возникнет с того момента, когда заявка поступит в Роспатент на регистрацию. После этого Роспатент, как правило, год и иногда больше осуществляет государственную экспертизу товарных знаков, проверяет его на возможность регистрации. То есть там существует огромный перечень оснований для отказа. Но если знак регистрируется в дальнейшем, да, то ваше право возникает не тогда, когда вот они зарегистрировали и вам свидетельство выдали, а тогда, когда вы подали заявку в Роспатент. Поэтому, естественно, тут принцип очень простой. Да, то есть чем быстрее вы подаете заявку, тем быстрее у вас возникает право, и вы отсекаете всех остальных третьих лиц, которые, возможно, хотят сделать то же самое. И, кстати говоря, даже на нашей практике были такие вещи, ну просто вообще уникальные или не уникальные, я не знаю. То есть была ситуация, когда наш клиент опоздал буквально на один день. Вот просто такой же товарный знак был подан всего лишь раньше на один день. Все. Хотя намерение у клиента было там зарегистрировать знак раньше. Просто вот пока там туда-сюда, там, значит, думали, ходили, да, потом раз, все, момент упущен. Дальше, значит, о чем хочу сказать. Типичные ошибки, авторские права, да, то есть, ну, все говорят, авторские права ассоциируются там с контрафактом и так далее. Но, тем не менее, обращаю внимание, что нарушить можно очень просто и не, как бы неумышленно, непреднамеренно. Например, просто заказав там сайт, вам какие-то клипартовские картинки там навтыкали, там что-то там такое, да, то есть каких-то человечков, какие-то фотографии там на сайте появились. Вот разработчик говорит, вот, пожалуйста, принимайте работу. Я бы настоятельно рекомендовал, естественно, проводить аудит в отношении таких работ и либо, естественно, предоставлять ваши авторские материалы, которые созданы вами, либо теми подрядчиками, у которых вы выкупили права на те, вот, допустим, дизайны, там, фотографии или еще что-то. Вот. И крайне осторожно подходить к заимствованию различных графических или там каких-то вот таких вот визуальных объектов из сети интернет. Потому что авторские права очень просто нарушить, мы просто не знаем. Например, не юристы зачастую даже не знают, что охраняется авторским правом. Это не только как бы там видео, там материал или музыка, то есть очень много всего. Даже, как я показал, даже сам сайт как таковой, да, то есть судебная практика считает объектом авторских прав. Поэтому очень просто нарушить, и более того, почему просто нарушить? Потому что авторские права они не регистрируются, и нет никакой общедоступной базы данных, в которую можно зайти и посмотреть, так, вот это вот кому принадлежит, нарушу я или не нарушу. Вот для товарных знаков, для патентов это можно делать.
да, то есть, а вот здесь никак. Поэтому вот такое правило существует на сегодняшний момент. То есть такое вот, условно говоря, минное поле потенциальное, да, но вот без вины виноватый. Значит, вот здесь прецедент высшего арбитражного суда, торговый дом «Перекресток». Ну, наверное, времени у меня нет и подробно рассказывать не буду, значит, в чем там заключалось дело. Но просто вас сказал кратко, что да, как бы это супермаркет ни в чем не виноват. Они продали там, значит, вот какую-то теленеделю и так далее, где была использована чужая фотография. Но ведь они же предприниматели, поэтому предприниматель должен нести ответственность независимо от наличия или отсутствия своей вины. И все. Да, то есть взыскать, ну немного в защите, но в защите с него все равно. Но не виноват, ни в чем не виноват, то есть сказали. Вот. А сейчас вот то, что было принято в 2012 году в качестве судебной практики, то есть сейчас уже вот у нас буквально Совет Федерации подписал поправки в четвертую часть Гражданского кодекса, и вот этот подход, он уже нормативно закрепляется. Поэтому как бы, ну, авторское право очень опасная штука, то есть безвиновная ответственность. То есть никак не докажете. То есть докажете, что я не знал, то есть мне подрядчик гарантировал, что он обязуется передать мне, не нарушать ничьи права там и так далее, и так далее. Я по договору все предусмотрел. Не освобождает от ответственности никак, абсолютно. Все равно закон говорит, вы заплатите компенсацию правообладателю, ну а потом уже разбирайтесь с вашим подрядчиком, который вам такой некачественный результат работ передал. Ну, что можно делать, да, то есть права, экспертиза, аудит. Но опять же относительно, да, то есть насколько мы это можем сделать, но это тем не менее нужно сделать. По крайней мере, речь идет о минимизации рисков. Ну и последний блок вопросов, значит, это бизнес-процессы интернет-компании, да, то есть сопровождение. То есть, естественно, интернет-бизнес очень технологичный по своей сути, то есть интернет-магазины и так далее. Поэтому я бы рекомендовал, естественно, если вы самостоятельно это не можете здесь сделать, обращайтесь к бизнес-консультантам, то есть картируйте, составляйте карты бизнес-процессов ваших. И это поможет в том числе и обеспечить, создать юридическое сопровождение. То есть, когда понятно, то есть, каким образом происходит движение там, информации, там, товаров там, и так далее. То есть очень четко видно те вещи, которые необходимо юридически сопровождать и юридически управлять этими вещами. Ну вот, собственно говоря, здесь вы видите мою карту, да, относительно тех вещей, которые управляются юридически, да, применительно именно к текущей деятельности интернет-компании, да, то есть на примере вот интернет-магазина. То есть применительно к таким блокам, как товар, персонал, информация, реклама, то есть различные документации. То есть на каждом блоке вы должны определить, что да, то есть вот эти вещи, да, они требуют определенного регулирования и оптимизации с точки зрения привлечения юристов. Ну и здесь ключевые документы нормативные, которые актуальны для интернет-бизнеса. Ну и, собственно говоря, спасибо за внимание. Буду рад услышать ваши вопросы. Да-да. Давайте в терминах определимся, запарсил, что подразумеваете, чтобы я вам юридический ответ дал. Я создал страничку на сайте 1.ru, и при этом для нее собрал информацию со страничек сайтов 2.ru, 4.ru, 17.ru. Допустим, я запарсил… Защита контента имеется в виду, скорее всего, да? Ну, да. Но… Допустим, новости. Да, да, да. Значит, здесь необходимо в каждом, конечно, конкретном случае разбираться, да, относительно того контента, о котором идет речь. И, в принципе, большая вероятность, то есть, получения иска о нарушении авторских прав. То есть даже здесь необходимо понимать очень важную вещь. То есть права даже существуют на такие вещи, которые, на те объекты, которые сами по себе авторским правом не охраняются. Ну, допустим, новости. Но сборники, да, то есть уже как бы вот как база данных, то есть еще объект базы данных, да, составные как бы вещи, да, то есть они уже охраняются. Поэтому здесь, конечно, большой риск привлечения к ответственности, я бы так сказал.
если есть ссылка на чужую базу, то есть на чужой интернет-ресурс, на интернет-ресурс правообладателя, то ссылки не признаются нарушением авторских прав. То есть здесь уже вопрос однозначный, который определен как российской, так и зарубежной судебной практикой. Нет, если вы на своем ресурсе разместили, здесь существует риск. Здесь существует риск. Если вы делаете гиперссылку, то вопросов абсолютно никаких нет. А если, скажем, текст, а внизу там это источник такой-то, такой-то, и ссылочка там Евроньюз, там, что-то. Здесь нужно конкретно смотреть, потому что вопросы, то, что вы понимаете под новостями, да, то есть новости, по сути дела, это сухие выжимки фактически. То есть некие вещи, они те, которые пишут журналисты, являются статьями, где дается какая-то оценка применительно к событиям. То есть новостные нужно смотреть относительно того контента, о котором вы конкретно говорите. То есть можно попасться именно на нарушение прав, потому что вы будете считать, что это не охраняется, это свободно, но это будет охраняться по факту. А для каких целей? Для цели продажи, не знаю, лидов, могу лиды продавать, могу продавать тот же самый товар. То есть вы просто скопировали сайт, да? Имейте в виду. Ну, получается, смотрите, да, то есть если мы говорили о том, что сайт является объектом авторских прав, контент. Ну, понимаете, контент тоже, то есть какие-то элементы сайта, они тоже, скорее всего, охраняются. Первоисточник вы в авторском праве с достоверностью 100% никак не определите. Потому что к вам приходит, допустим, вы создаете, заказываете сайт, да, то есть вы говорите, вот сделайте нам так, чтобы он не нарушал ничьи права. Вам приносят и говорят, вот, пожалуйста, не нарушает. Вам что остается? Поверить на слово, да, то есть, ну, как подписали акты. Но здесь такого правила нет, ведь, да, то есть автор тот, кто по факту создал. А кто создал, то есть может выясниться, там какой-нибудь Вася Пупкин создал, он скажет, так нет, так это я создал, и у меня куча доказательств, смотрите. А они вам продали, передали, ну, я не знаю, откуда они взяли. А защитить с точки зрения, если вы фотограф или если вы пользователь, вы имеете в виду? А, вы с точки зрения фотографа. Ну, очень просто. Ну, с фотографиями все очень просто, да. То есть, соответственно, вы автор, вы фотограф, вы создали, у вас возникли авторские права. Но существуют определенные подходы, да, в судебной практике, как это определяется, да, то исследуются там цифровые файлы, откуда взята фотография, то есть там метаданные фотографии, различные дополнительные доказательства приводят, источники получения этой фотографии и так далее. Но на самом деле очень простое правило, на самом деле, кстати говоря, оно и с одной стороны хорошее, а с другой стороны оно опасное, да, действует в авторском праве. То есть фактически автором признается то лицо, которое пришло и сказало «я автор». Вот он пришел первый, сказал, я автор. Ответчик приходит и говорит, не, вот он не доказал, что ты автор. Сейчас все очень просто поступает. Суды говорят, так, ты не согласен, что вот он автор? Тогда докажи кто, покажи другого автора. То есть если я пользователь интернет, там, да, просто на свой сайт какой-то контент заимствовал, я такой говорю, ну я откуда-то взял, да, то есть ну где-то, вот, я не знаю, я-то точно не автор. Он говорит, ну тогда он автор, все. Понимаете, и простой вопрос, так, вот тот говорит, а у меня же не, я же не выдавал лицензию. Фактически да. Поэтому, например, когда я вам рассказываю, почему я решил рассказать о вот этой вот штуке, новой штуке, да, безвиновная ответственность, очень опасная вещь. То есть если мы комбинируем такую неопределенность в правах, в авторских, да, то есть непонятно, кому принадлежат и как это доказывать точно, да, и еще наказываем предпринимателей безвиновно, когда вы в любом случае будете вынуждены платить деньги, да,
первично, по крайней мере, а потом еще вопрос, взыщете ли вы с вашего подрядчика те убытки, которые вы выплатите, то очень большая, так, на мой взгляд, очень спорная, опасная норма как бы на сегодняшний момент появилась. Если потом появится третий человек, который является исконным автором тех же самых фотографий, заявляет, автор я, то есть какое дальше происходит действие? Как для заказчика, который уже получил иск, допустим, оплатил какие-то права, и так и для человека, который заявлял. Я понял. Тут смотрите, тут вопрос чисто процессуальный, да, возникает. То есть если имеется судебный процесс, имеет значение, когда проявится это лицо. Если оно проявится на... Если оно проявится на стадии ведения судебного дела, он скажет, я автор, да, то есть он вступит в процесс, и уже дело будет рассматриваться с учетом этого обстоятельства. Но ведь возможна такая ситуация, когда уже рассмотрели, с кого-то что-то взыскали, а потом выяснили, автор другой. Вот, и тут уже различные варианты возможны. Либо там по определенным процессуальным правилам можно пересмотреть дело по вновь открывшимся обстоятельствам, либо это нельзя сделать. Здесь уже юридические нюансы заключаются. То есть далеко не факт, что можно будет пересмотреть дело. Ну, тому, кто будет доказано, что он автор, да. Я предлагаю уже перейти к следующей теме, потому что у нас времени практически не осталось. Да, замечательно. Я просто скажу кратко. Давайте поблагодарим. Да, спасибо большое, Евгений. Наш ТЭТ находится рядом, поэтому можете подойти, и те, кто не успел задать вопросы, значит, я отвечу, и мои коллеги. Спасибо. Прошу вас поприветствовать следующего нашего спикера, Валерий Пащенко, директор по маркетингу в Манго Телеком. Я выберусь из-за кафедры, потому что там, наверное, некомфортно. Так, здравствуйте, меня зовут Валера, фамилия моя Пащенко. Я руководитель-директор, да, компании Манго Телеком в области маркетинга. В принципе, я не знаю, кто не слышал про нашу компанию вообще? Да? Круто. Спасибо большое. Давайте так, маленько мы сегодня поговорим про систему оптимизации интернет-маркетинга. С чего вообще все это родилось? Зачем я про это рассказываю? Наша компания создает SaaS-продукты, и мы продвигаемся в интернете. У нас огромная компетенция, и мы готовы ей делиться, отдавать знания прямо за просто так. Вот. Любой наш человек, кто работает в маркетинге в компании, расскажет вам с удовольствием про то, как мы это делаем, как мы продвигаем эти продукты, как они создаются и вообще зачем это и дальше куда это что. Одним из таких признаний, заслуг компании перед вообще отраслью, первое, да, то, что компания сейчас занимает больше 60% рынка, то есть мы прям самые-самые топовые. Второе, это то, что в феврале мы анонсировали сделку с компанией Intel, и по результатам этой сделки Intel у нас проинвестировал 10 миллионов за 10, долларов, понятное дело, за 10% нашей компании. Эти деньги мы целиком пускаем на экспансию в Европу, и, в принципе, дальше развиваемся уже в ту сторону. Вот, это то, что, кусочек про компанию, да. Дальше про маркетинг. Гениальная фраза Питера Друкера. Он вообще занимался всю жизнь менеджментом, но выдвинул такую теорию, да, то, что маркетинг и инновации зарабатывают деньги. Если мы разговариваем про бизнес в интернете, то первое основное, что принесет вам много денег, это маркетинг. А если у вас инновационный продукт, то вы рубанете денег еще больше. Если вторые, третьи, четвертые на рынке, как правило, зарабатывается меньше, да, и все будет зависеть только исключительно от маркетинга. В любом случае, да, это определение маркетинга, как увидит наш, мой отдел. В любом случае получится такая ситуация. Вот вы в центре, это ваша компания, ваш бизнес, ваше там предприятие, это вы. И если ваш маркетинг хороший, то вы вот так же, как этот синенький человечек, вы выделяетесь из общей массы, и клиент вас лучше всего видит. То есть вся задача вашего маркетинга в компании будет сводиться к тому, чтобы ваша команда, ваше предложение на рынке среди равных выделялось, как выпрыгивало своего рода, хлоп. Его клиент брал за голову и говорил, о, прекрасная штука, там я вот буду ей пользоваться, и вперед с песней. Самый простой кейс, да, как можно сделать так, чтобы о вашем предложении знало большое количество людей, это,
население Facebook на 2010 год, на октябрь, и количество жителей в Китае на то же самое время. Приблизительно одно одинаковое. Понятное дело, то, что здесь указаны только те учетки, в Facebook указаны только те учетки, которые активны, ну а Китай, соответственно, тех, кого смог пересчитать, вот туда к себе занес. Вот. Если вы хотите, чтобы ваше предложение узнало такое количество людей, то максимальный способ, да, сделать это с помощью интернета. Ну, грубо говоря, в Фейсбуке, о вашей компании узнают они буквально, ну, все люди могут узнать теоретически, да, через какое-то очень маленькое время. Ну, грубо говоря, секунд за 10 вам это понадобится, чтобы сделать. Чтобы оповестить такое количество китайцев, вам нужно качественно убиться, потому что половина из них в деревнях, и, ну, добежать до каждого просто не получится. То есть все зависит исключительно от времени. Интернет, так или иначе, да, одна из, ну, таких медийных, да, каналов, который ускоряет вообще развитие достижения 50-миллионной аудитории. То есть, если посмотреть на график, да, то с левой стороны это радио, и дальше пошло телевизор, кабельное и интернет в конце. Всего лишь 5 лет понадобилось для того, чтобы набрать 50-миллионную аудиторию. Существует теория, то, что если дальше, ну, следующее, да, СМИ такого формата, как интернет, появится, то время понадобится ему, чтобы набрать такую аудиторию, еще меньше. Ну и, соответственно, чем дальше, тем меньше, меньше, меньше. Для чего все это нужно? Весь интернет-маркетинг сведется у вас в компании, как бы вы его там красиво не описывали, не рисовали кучу диаграмм, кучу схем там и всего подряд, у вас все это сведется к двум основным вещам. Вы должны, первое, в интернет-маркетинге сгенерить себе некую аудиторию, ну, на которой вы будете делать пользовательский интерес, собирать, да, это генерация пользовательского интереса. И второе, это вы должны наращивать свою клиентскую базу. Если вы делаете аудиторию и с нее не растите базу, то это, ну, просто фатальная ошибка. Вы просто перерабатываете кучу ресурсов, которые потом, ну, не работаете с базой, которую вы создали. Система интернет-маркетинга, как ее воспринимаю, ну, вот я, да, для своей команды, это, в принципе, не, ну, ряд пунктов, да, который идет изначально от собирания трафика, да, и в конец приходит, ну, непосредственно к базе. Первое – это привлечение и анализ трафика. То есть как ни крутите, но до сих пор эта тенденция сохраняется. Весь основной трафик, ну, все, наверное, понимают то, что трафик – это количество переходов на ваш сайт. Как ни крутите, но весь трафик, ну, генерится в большей части именно на поисковых машинах. Так или иначе, ну, для рынка B2B, на котором работаю я, больше всего трафика собирает именно Яндекс. И непонятно, почему это происходит, но в Яндексе больше всего людей, которые готовы покупать именно B2B товары. В Гугле его гораздо меньше, и эта тенденция наблюдается мной уже несколько лет. И вот, ну, рынок почему-то B2B товаров ведет себя именно так. Я, честно сказать, ну, не знаю, как это выглядит все на B2C. У меня нету сейчас в управлении проекта B2C-шного, я только вот в B2B области работаю. Тем не менее, да, трафик, который можно собрать, можно, ну, классифицировать по разным показателям. Это могут быть показатели качественные, там, ну, либо количественные. Конверсия, допустим, может быть количественным показателем. Это какое количество, допустим, с Яндекса вы людей привлекли своим предложением к себе на сайт, вы можете на этот показатель ориентироваться. Другое, это может быть количество, там, ну, допустим, демографическая, да, составляющая этого трафика. Если у вас предложение, которое характерно для женщин, понятное дело, то, что трафик, который в основном генерится мужской аудиторией, вам будет абсолютно неинтересен. Ну и так дальше, да, там. Дальше, дальше, дальше. Вот это целиком список, да, именно рейтинг нашей компании и моей команды, то, откуда больше всего мы привлекаем трафика на наш сайт. Понятное дело, то, что Яндекс Google, ну, с Гуглом генерят вот здесь самое большое количество. Профессиональные ресурсы для нас являются тоже, ну, некими такими площадками, откуда можно трафик забрать. Список можно себе сфотографировать, но это, еще раз повторюсь, да, это только кейс моей компании. В любом случае, ваш список будет каким-то образом, может видоизменяться, вы можете что-то добавлять, да, и, допустим, ну, вытаскивать его больше в топ. То есть у нас потихоньку вот это все распределяется так. Да? А участие в конференции не генерирует трафик на сайт. Ну, как бы, вот это только… Это только онлайн. Смотрите, я вкладываю свои 5 копеек в то, чтобы люди копировали друг друга. Ну вот у меня такая тема, то что я всем рассказываю, как нужно делать, потом люди это делают, и мне приходится придумать что-то новое, интересное. Поэтому мы даже проводим в Санкт-Петербурге там мастер-классы, и иногда там приходят наши конкуренты послушать, как мы продвигаемся. Да, вот это именно, ну, что касается только трафика, то есть это вот только такие заходы. Трафик, да, генерится, ну, у меня, допустим, в команде генерится 4 основными способами. Это SEO. Ну, один из них, да, является SEO. Все понимают то, что SEO – это то, как ваш сайт оптимизирован с точки зрения поисковой машины и, грубо говоря, рейтинг его в выдаче поисковика. Это естественный трафик, это, грубо говоря, этот трафик должен, ну, должен расти постоянно, если интерес к вашему предложению растет. Ну, как бы у него меньше всего выражена сезонность, но она есть в какой-то, да, формате, но меньше всего она будет здесь выражаться. В SEO очень интересная есть штука. Изначально, когда мы занимались SEO, у нас не было внутреннего специалиста, мы занимались сначала на подряд. Ну, у нас был подрядчик, который эту вещь все организовывал.
Ну, схема удобная, но неудобно, ну, для меня была неудобна тем, что подрядчика очень трудно контролировать. При любом случае, если подрядчик крупная компания, то она берет большое количество, и ну, получается так, да, что она в среднем всех уравнивает. Ну, как бы для нее все компании равны. Неважно того, сколько денег вы платите, но в перспективе менеджер будет вам относиться как к любой другой компании, поскольку у него их там 5, 10, 20 и еще больше. Мы поработали в такой схеме, она не понравилась категорически. Я был против, ну, сначала, да, того, чтобы менять ее на другую, но в итоге мы пришли к пониманию того, что мы ее меняем, схема не, ну, нас не удовлетворила, мы взяли человека в штат. Так вот, интересная штука. SEO у нас стало лучше гораздо, трафика стало больше, сайт гораздо лучше оптимизировался, но SEO-специалист может, ну, так или иначе предъявлять требования, да, к себе гораздо большие. Мы, оказывается, как выяснилось потом, да, начинаем инвестировать еще не только в самого специалиста, платя ему зарплату, а мы дополнительно оплачиваем ему всевозможные курсы, сертификаты, повышение квалификации, тык-тык-тык, целый ряд расходов, которые так или иначе несет компания. Но SEO, когда свое, это гораздо ну, удобнее, проще, вам его легче будет контролировать. Это, ну, вот с моей точки зрения, теперь это гораздо выгоднее, чем выносить его на подряд. Но это при большом проекте. Если будет маленький проект, то вероятнее всего, что SEO-специалиста не имеет смысла у себя содержать, отдайте его куда-то, ну, эту работу на аутсорс, и пускай она там на аутсорсе каким-то образом существует в настоящий момент. Контекстная реклама. По контекстной рекламе в телеком-отрасли существует два таких странных периода. Это в году, это сентябрь-октябрь, и вот сейчас начнется, наверное, где-то с апреля. Это, скажем так, максимальная активность пользователей вообще. То есть люди возвращаются все из отпусков, количество трафика начинает расти, и все очень сильно ну, начинают зависеть от всевозможных ну, показателей того, как строят рекламу, допустим, наши конкуренты. У нас есть один конкурент, компания там располагается в Москве, не очень хорошо они делают рекламу, и они нам берут, делают такую ситуацию, когда ставка, ну, то есть здесь принцип такой, то, что каждый клик на эту ссылочку, да, рекламодатель оплачивает из своего кармана. Цена зависит от того, какая ставка будет, ну, максимальная предложена машине, да, и, соответственно, какое количество вообще этих ставок есть. Если ваш конкурент, как мой, допустим, поднимает ставку, то ставка 35, ну, УЕ, это где-то примерно на 40 можно умножить, она будет характерна, допустим, для всей России, но не для отдельно взятого региона. То есть контекстная реклама вот в этом штуке, она очень зависима от того, что творят там конкуренты и какая у них в том числе компетенция. Если это некомпетентный конкурент, как в моей ситуации, да, то у меня ставка, грубо говоря, для региона вполне нормальная была бы 10 условных единиц, но в какой-то момент конкурент искусственно ее делает так, то, что у нас будет 40, ну, 40 УЕ, ну, ставка именно за один клик. Это большая ставка, понятное дело, что в долгосрочной ситуации такая просто, ну, рекламная стратегия, она сжигает все деньги в бюджете, как и в моем, так и в конкуренте. Ну и, соответственно, у кого просто бабла больше, тот, ну, на перспективу и останется еще держаться на плаву. Вот. Это баннерная реклама, ну, вещь такая забытая, не совсем справедливо, да, тем не менее, вот мы сейчас потихоньку тоже к ней приходим и, ну, переосмысливаем, возможно, что баннерную рекламу. Были очень большие слухи на тему того, что появилась баннерная слепота, что баннерный трафик там не конверсионный, что с ним ничего невозможно сделать. С ним можно много чего делать. Он действительно достаточно может быть конверсионный, если вы на стороне сайта и на стороне самого предложения у себя внутри компании будете работать, но он очень интересен для небольших вообще, ну, таких вот географических каких-то, ну, образований, да. Мы снижали тариф в Санкт-Петербурге, просто ну, удалось договориться, да, там, с рядом подрядчиков и существенно понизить стоимость тарифа. И мы продвигали, ну, задача была такая, то, что у нас была не очень хорошая абонентская база, нам нужно было слегка изменить абонентскую базу. Для этого нужно было снизить на ряд направлений, ну, провести достаточно жесткие переговоры, на ряд направлений снизить стоимость и предложить нашим клиентам конкретно в Санкт-Петербурге, что у нас теперь, ну, вот, ребята, можно звонить там на Эстонию гораздо дешевле, чем раньше. Мы продвигали все это дело с помощью баннерной рекламы, и это был единственный формат продвижения. Мы сделали замеры через 2 месяца, и база существенно перебралась, но вот это кейс, опять-таки, мы взяли только топовые площадки, только одного региона. То есть сделать это технически на всю страну будет невозможным, потому что деньги будут ну, просто это будет безумных денег стоить. Также кейс с баннерами характерен, допустим, для Новосибирска. Залезьте, посмотрите, портал ngs.ru трафика в день собирает гораздо больше, чем он собирает, ну, чем в том же Новосибирске собирает Яндекс. Ну, там очень здорово, они вообще прям. Ну, у вас есть E1, но, честно сказать, вот я пробовал размещать рекламу на E1, ну, не очень много там людей. То есть, ну, да, он теряет позиции потихоньку, и, честно сказать, ну, непонятно почему, но вот в Новосибирске эта аномалия, она вот давным-давно. То есть там реально аномалия давно, она стабильна, и там вот, ну, их сайт набирает вот этот, ну, региональный, да, он гораздо популярнее, чем Яндекс, причем он внутри себя использует машину поисковую Яндекса. Ну, просто, видимо, дело привычки.
Это такая табличка, да, лучшие там и хорошие стороны, мы потихонечку проговорили, да, там контекстно-баннерное SEO продвижение, есть еще статьи и пиар в интернете. Я не знаю, знаете вы или нет, но Яндекс не так, ну, год назад начал потихонечку от меня, он ввел алгоритм Penguin, ну, в который в SEO-продвижении всем помогал, и очень сильно они переделали вообще внутри себя формат, скажем так, работы робота. То есть если робот поисковый раньше учитывал, какое количество, да, там ссылок делается на вашу страницу из внешнего, некого там внешнего источника, то теперь вот эти ссылочки, они потихоньку отваливались. Насколько я помню, вроде недельки три назад, да, они вообще заново сделали Яндекс новый апдейт, и ссылки перестали, ну, так или иначе, ну, влиять на рейтинг. Пока дело все замерло, да, там существенных каких-то изменений нету, но раньше статьи с пиаром вот эти вещи очень помогали делать. У нас получается внутри компании создавать большой объем просто контента, потому что про телефонию, про виртуальную АТС наши продукты нужно много писать. Это часть обучения, и вот только так можно погружать людей в продукт. Поэтому мы пишем сумасшедшее количество вещей, и везде, соответственно, где только можно, их там размещаем. Если выходить даже за рамки интернета, то можно с каким-либо изданием договориться там на размещение некой статьи, да, которая написана нашими специалистами, там, допустим, в бумажном формате, и они его бесплатно отдублируют вам в интернете. Это помогает продвижению, и на эти вещи стоит договариваться. Опять-таки, пиар в интернете может быть бесплатным, если вы предлагаете очень уникальные вещи для самого подрядчика. Если вы приходите в газету и говорите, что, ой, смотрите, наш продукт может делать вот это, еще и кофе варить, и наш генеральный директор, ну, глотает шпаги там за обедом, прям жует их, то вероятнее всего, что про вас напишут. Ваша задача только заинтересовать пиарщиков этой газеты. Ну и в некоторых регионах реально нужно еще за них написать. Вот. Аналитика, да, и эффективность. То есть как считать эффективность? Понятное дело, что там деньги, ну, деньги потратить можно, там распределить бюджет между разными каналами там, и понять, сколько куда примерно класть возможно. Как посчитать, да? Ну, мы считаем двумя системами. Мы считаем Яндексом и Гуглом. Это то, что делают сейчас. Потихоньку, да, Яндекс сейчас, ну, насколько вот известно, да, он там объявил о том, что они перестают заниматься поддержкой там, ну, аналитики какой-то, да, там более серьезной. В принципе, ну, системы пока вот две достаточно работают стабильно, с ними все хорошо. В плане счетчиков мы не изобретаем ничего нового, то есть да, мы берем лайф-интернетовские счетчики, их там на свой сайт ставим и, соответственно, дальше уже считаем на них. Считаем конверсию по такой формуле, все очень просто. Есть количество людей, которые пришли, есть количество людей, которые совершили там целевое действие. Понятное дело, то, что конверсии могут быть разными. Конверсия сайта – это конверсия, ну, общая конверсия на всего трафика, пришедшего на сайт ко всем целевым действиям, которые там сделали. Надо понимать, что целевые действия могут быть разные. Рекламные площадки – это конверсия, сколько с самой рекламной площадки к вам проваливается людей. С поисковой системы та же самая, только вообще из поисковика выходит. И конкретного запроса, то есть если будете отслеживать по запросу. Если запросов много, как у меня, то я, допустим, по запросам не отслеживаю, но это просто долго, утомительно и навряд ли будет полезно. Средняя конверсия для Рунета – это данные Life Internet 3.5. У меня был небольшой перерыв там, да, такой во времени в декабре. Я считал, сколько у меня конверсия была по 2013 году, она у меня получилась 2.7. То есть мы там, ну вот 2.7 конверсия, при которой мы работаем с своим сайтом, и до 3.5 нам еще скакать и скакать. Если мы сделаем 2.9 вот в этом году, то, ну, я, скорее всего, поставлю своим коллегам несколько бутылок дорогого шампанского, но вот это для них такой челлендж. То есть нам нужно сделать больше, как бы, чтобы людей к нам заходило, да, и, соответственно, больше количество людей совершало целевые действия. Должно быть 2-3 действия до какого-то, ну, логического завершения, оформления заказа, там, покупки, еще куда-то. Мы, как правило, сейчас переходим на систему двух действий. То есть у нас, грубо говоря, с каждой страницы вы можете заказать уже себе обратный звонок, либо непосредственно связаться с менеджером внутри нашей компании, который может вам помочь в выборе того или иного продукта. Ну вот, тихонечко тенденция такая есть. Вот здесь еще есть некоторые вещи про конверсии, где как можно считать конверсию. Ну, то есть понятное дело, что все будет зависеть именно от ситуации. А вот здесь кейсик, он, наверное, будет вам более интересен. В среднем вот так вот выглядит маркетинговый бюджет любой компании. Да? Доходы растут, а, ну, непонятно, что работает внутри него. Мы с такой ситуацией столкнулись летом, решили, ну, думать, что будем делать. Вот тут так будет логичнее. Мы сидели, обедали с ребятами, взяли салфетку, на салфетке нарисовали так, что у нас есть определенное количество номеров, они вот есть в интернет-магазине, их можно присвоить каждому рекламному каналу. У нас есть сайт, в котором было неясно, что делать, и есть рекламные каналы. Мы поняли то, что, чтобы понять эффективность рекламы целиком в интернете, нужно взять каждый канал, раздробить и понимать только конкретно, сколько людей приходит с одного рекламного канала. Получается так, что мы каждому рекламному каналу прилепили свой отдельный номер. Так, этот за SEO отвечает, этот за контекст, этот за баннерную рекламу.
Показали схему подрядчику, подрядчик сказал: о, ребят, не проблема, мы сейчас вам напишем скрипт. Скрипт называется, ну, скрипт подмены номеров. Вот он вставляет сюда номер, и в зависимости от вашего рекламного канала, по которому приходит сайт, подставляет внутри себя из базы, вытаскивает тот или иной номер. Грубо говоря, если вы попали к нам по контекстной рекламе, то вероятность того, что вы совершите звонок только на номер, когда отвечает за контекстную рекламу, он 100%. Отматываем назад. Пользователю нужно постоянно будет показывать этот номер, чтобы регулярно он там не менялся. Мы запустили схему с печеньками. Это, печеньки — это, ну, в смысле, имеется в виду куки. Куки — это маленький кусочек кода, который помогает нам идентифицировать нашего пользователя. Пользователь приходит в схеме, он приходит по рекламному каналу, сайт понимает, какой ему номер показывать, показывает номер, автоматом отправляет ему этот код вовнутрь его браузера. Лови. В следующий раз, когда пользователь заходит вот здесь, код отправляется к нам на сервак. Сервак понимает, что да, окей, обращаются с таким-то кодом к нашему сайту и вытаскивает из базы ему тот номер телефона, который нужен. Кук хранится полгода, ну почти, да, все системы там и Яндекс, они все помечают вот именно куками прямо на полгода. Это, ну, общепризнанный такой стандарт своего рода. Что это нам, ну, сколько примерно все это по времени, да, заняло? Мы примерно за час там определились с номерами и раскидали их по рекламным каналам. Мы установили скрипт подмены, это 1-3 часа, ну, такое средневзвешенное время, да, за которое это можно сделать. Реально, если скрипт очень простой, а у нас скрипт был на Битриксе, мы сделали за час. Если нужно что-то сложное, там какие-то куски к нему доработки, иногда, ну, некоторых ребят занимает больше времени. Ну и дальше мы в личном кабинете внутри системы вот здесь смотрим, соответственно, статистику. Статистика была пугающе, удивляюще интересная. Получилось так, это был июль месяц, но если не изменяет память, да, наверное, июль. Приблизительно такое количество целевых звонков мы поступили. Стоит оговориться, то, что у нас KPI в маркетинге считается так. Есть телефоны, ну, телефоны в отделе продаж, и задача маркетинга, чтобы эти телефоны звонили. Ну не просто звонили то, что привет, там мне лыжи, шапки, еще что-то. Ну они должны звонить, соответственно, с конкретным целевым обращением, то, что мне нужна, там, такой-то, нужен такой-то продукт ваш, или я увидел ваше выступление там с таким-то, ну, докладом, и мне интересно вот про то-то услышать. Это является целевым обращением. Получилось так, что целевых обращений, вот общее их количество, мы набрали примерно, ну, столько. Они вот так распределялись между разными рекламными каналами. Дальше мы взяли продажи, посмотрели, это уже внутри нашей, да, системы, мы смотрим то, что у нас удалось, какие сделки закрыли с полученных звонков. Получилось так, то, что в Яндекс.Директе с 360 пришедших звонков закрыли там 144 сделки. В принципе, это, ну, очень логичный показатель, потому что есть некая средняя воронка отдела продаж. Да, это при той воронке, ну, получают они 100 звонков, да, и, соответственно, дальше они со 100 звонков получают только 30 продаж, ну, на выходе. То есть какие-то люди так или иначе отсеиваются. Дальше мы берем и собираем из всего этого дела вот такой вот, ну, график. Это вот только штучки. У нас было внутри вот здесь вот это вот количество продаж. Чем… Нет, наверное, начнем с звонков. Красная, да, вот эта часть графика. Это целевые звонки. Чем выше вот это вот, ну, чем лучше наша реклама, чем лучше отрабатывает отдел маркетинга в плане размещения рекламы в каком-либо канале, в плане там отработки с креативом, последовательности креативов, его там релевантности площадки, тем больше у нас вот здесь она будет, эта красненькая полосочка, подниматься вверх. Чем больше продаж и чем лучше работает отдел маркетинга непосредственно с отделом продаж, чем зеленая полоска, продажи будут выше подниматься. Ну, понятное дело, то, что если, допустим, внутри отдела продаж человек понимает то, что вот здесь с баннеров у нас только такая реклама, и мы там говорим про то, и раздается звонок с этой конкретной площадки, то менеджер может сразу начинать разговор о том, что: о, здравствуйте, мы вот позвонили там вам, ну, вы позвонили нам с такой, я знаю, то, что реклама пришла с такой-то площадки, да, и, соответственно, мы предлагаем вам то-то, то-то, то-то. Чем лучше они будут, ну, оповещены о действиях маркетинга, чем выше будет подниматься воронка продаж, тем лучше они будут закрывать продажи. Наверху синий – это распределение денег. Вот деньги мой отдел, вот, ну, инвестировал просто адски коряво. Мы очень мало тратили денег вот в Яндекс.Директе, очень много заливали в AdWords, ну и вот был такой перекос. Это была несогласованность из-за того, что не понимали, что конкретно приносит клиентов. Следующий шаг был очень простой. Мы отрезаем существенно вообще наши расходы, да, вот здесь в бренде и в баннере. Мы пересматриваем AdWords в пользу, ну, перетаскивания его в Яндекс.Директ. Ну, перераспределяем, грубо говоря, деньги, да, внутри самой системы. Что получаем на выходе? Запускаем тест, откатываемся еще один месяц, и получается такая система, то, что мы на 14% увеличили конверсию только за счет того, что перераспределили деньги. То есть к нам больше мы смогли получать трафики, у нас реально поднялись продажи. Второе, мы на 9% сократили издержки, потому что повыкидывали те площадки, которые не приносят абсолютно ничего. Это вот буквально один, ну, два месяца отработали так, поменяли систему, отработали по-другому. Следующее, да, создание потребительского интереса.
Все четко понимают о том, что сайт перестает быть визиткой и простым каким-то, да, там, инструментиком. Сайт больше бизнес-инструмент, и вот в пользу того, что он становится большим инструментарием, говорит одна простая вещь. У меня внутри компании существует четкое понимание того, что какое количество звонков должно приходить в отдел продаж. Грубо говоря, это значение может быть 100. Если мы делаем 120 звонков в отдел продаж, то отдел продаж начинает хуже работать. Почему это происходит? Менеджер, сидящий внутри отдела продаж на телефоне, он снимает трубку, начинает разговаривать с человеком в программе, видя то, что у него собирается уже очередь из звонков. Соответственно, он не дожимает этого клиента, он плохо обрабатывает этого клиента, он кладет трубку и снимает ее по новой, там уже новый клиент. Это первая проблема. А вторая проблема то, что если менеджер понимает о том, что клиент не совсем готов к сделке, да, такое, ну, бывает, когда клиентам нужно еще дополнительно прорабатывать, менеджер может просто сам закрывать с ним разговор, вешать трубку, зная о том, что будет следующий клиент, и он может дальше попробовать еще продать. То есть он работает не от качественной проработки каждого клиента, который к нему обратился, просто от того, что вот у меня количество, и я буду всех просто брать подряд. Вы на этом начинаете терять. Что, ну, что делать, да, чтобы это не терять? Сайт перестраивается таким образом, то, что если объем звонков в отдел продаж доходит до критического значения, которое мы определили, сайт автоматом меняет у себя, ну, на страницах меняется, ну, в системе, да, и на страницах изменяется информация, и получается то, что если раньше человек мог заказать там сразу прям с сайта совершить звонок нам в отдел продаж, то ему подставляется кнопка только, допустим, заказ, форма заказа обратного звонка. Или, как вариант, он прокидывается только в интернет-магазин, и больше вариантов у него скоммуницировать с вами нету. Понятное дело, то, что обратный звонок предпочтительнее, потому что менеджеры потом, которые освобождаются, можно им давать вот этих вот клиентов обрабатывать. Но так или иначе, это лучшая система, чем у вас просто будет молотить менеджер внутри отдела больше гораздо. Это в пользу того, что сайт становится инструментом. Вариант с... Да, работая с инструментом, как с сайтом, мы в свое время, ну, во-первых, мы там, когда взяли своего SEO-специалиста, очень сильно обогнали Википедию. То есть мы стали генерить гораздо больше контента, чем Википедия вообще внутри себя содержит по нашей тематике, и она была ниже нас там выдача. Мы поняли то, что так с контентом нельзя работать, и пришли к тому, что, ну, вот, как должна выглядеть вообще, ну, оптимальная страничка, да? Оптимальная страничка, в нашей рубрике есть много непонятных слов, и мы все время делаем странички заголовок. На какую бы вы страницу сейчас ни попали, там все время будет заголовок. Если заголовок непонятный, допустим, SIP-телефония для большинства, ну, обычных людей, она абсолютно непонятна, то внутри под ним обязательно должна быть расшифровка. Да? Это единственный почти вот блок с расшифровкой, тот, который делается длиной во всю страницу. То есть другие блоки не делаются длиной во всю страницу, ну, потому что нет в этом смысла. Третье, да, если мы размещаем отзывы, то отзывы обязательно должны быть от реальных людей. Там прям реальный человек, который, ну, согласился на то, что его именно слово будет изображено на нашей странице. И это гораздо лучше, потому что вы можете найти его там на Фейсбуке или еще где-то, пообщаться с ним, и он вам правду скажет вообще про нас. Ну, то есть, может быть, ну, это вот в пользу того, что фейк писать не стоит. Следующий момент, да, если вы делаете, ну, ссылки какие-то, вот эта страничка является разводящей, с которой дальше люди проходят на, ну, тематические страницы. Если вы делаете ссылки, то ссылки лучше подсвечивать. Ну, как бы это ни было удивительно, очень много есть ресурсов внутри российского интернета, которые абсолютно не подсвечивают ссылки, и ты залезаешь на страницу, не понимая, куда нужно нажимать. Людям нужно все-таки показывать, как хлебными крошечками, эту дорогу. Пятый пунктик. Вся информация должна быть блочная, да, и структурирована именно в блоке. Вот эта газетная верстка, она очень сейчас набирает такую там, да, стабильный такой тренд, и вот это действительно лучший вариант вообще предоставления информации. Она удобно и быстро читается, ее можно быстро охватить одним взглядом, и вы не отвлекаете человека много времени. Так что всю информацию мы сейчас переделаем в такой формат. Ну и последнее, шестое, да, сайт должен быть масштабируемый. Понятное дело, то, что, ну, устройства все разные, и вот максимально нужно стараться тому, чтобы масштабировать сайт. Самое интересное то, что мы примерно, да, высчитали такой процент с другими нашими коллегами, мы о нем договорились. В какой момент нужно делать версию сайта прям отдельной версткой, делать ее под непосредственно там телефонные, допустим, аппараты. Вот если у вас на сайт больше 14%, как мы договорились с рядом моих коллег, то вот 14% трафика, который приходит с мобильных устройств, вы переходите этот порог, то все, автоматом нужно садиться сразу и делать сайт. Вот с этого момента вы четко понимаете то, что аудитория именно в таком количестве, для которого стоит заморачиваться на отдельную верстку под, ну, именно под приложение в телефоне. Если этого нет, то, в принципе, масштабировать вот этот сайт, ну, достаточно только его сжать так, чтобы он просто вместился в экран. В принципе, вот мы пока в этой ситуации находимся, и 14% трафика не достигли, но это не за горами. Дальше, что мы делаем внутри сайта? Да, мы производим АБ-тестирование, и мы все, что делаем внутри, мы всегда тестим. Так или иначе, оттестировать необходимо.
АБ-тестирование – это, в принципе, самый простой способ тестирования, который можно провести на любом сайте. Вы берете весь трафик 100%, который у вас есть, приходит на сайт, в лоб делите его на 50%, одной половине вы показываете одну картинку, да, второй половине показываете другую картинку. После этого вы четко можете понять то, что вот смотрите, вот данная картинка лучше, и люди там реагируют на нее лучше, чем вот эта картинка, ну, вторая. То есть мы тестируем из всего этого списка, не тестируем только сейчас длину текста, мы ее вообще убрали, но в принципе раньше такой вариант был. И сейчас мы не тестируем пока призывы к действию, у нас ну, вот эти два пункта не являются в тесте. Мы тестируем заголовки и изображения. Картинки – важная вещь, их необходимо тестить, заголовки тоже помогают много что понять. Чтобы сделать ну, тестирование, основные правила, вы четко ставите цель, что тестируем только длину текста, все, и тестируете только ее. Вы всегда делаете два варианта, это в тот случай, когда не можем договориться, какой из вариантов лучше, да, и вам нужно время на устранение всяких статистических погрешностей. И плюс еще, тестирование нельзя делать так, то, что вы тестируете одну страницу в сентябре, а другую в октябре. Если вы тестируете какой-то тест, то вы делаете сентябрь и тестируете сразу две части. Ну, не заставляйте пользователя думать, понятно, да, то, что нужно показывать ему там всевозможные и вытаскивать. Ну, это тоже такой, да, своего рода рейтинг, то, что внутри у нас в компании ну, происходит. Вы не заставляете их думать, показываете актуальные предложения, вы, да, там, у вас доступная страница с контактами, вы всегда открыты, и вы это всем показываете. Вы не размещаете фейковые отзывы, у вас можно вернуть деньги, у вас очень простое поле для регистрации, где только имя и имейл, и вы вот на этом можете работать. Уникальное торговое предложение – вещь классная, несправедливо забытая, и считаю свою, да, ну, миссию свою в том, то, что ее нужно обратно возвращать. Это сайт «Миллион долларов с хомпейдж». Идея парня была в том, что он продавал пиксели за доллар, да, и там просто была ну, такая утопия, непонятно, что это было за уникальное торговое предложение. Если оно есть в УТП, а УТП можно сформулировать, допустим, вот варианты, которые есть, да, УТПшки. Ну, товары как-то такие не B2B-шные, но тем не менее… Оно помогает гораздо лучше фокусировать внимание непосредственно на вашем товаре. Оно помогает вам идентифицировать ваш, ну, вашим пользователям идентифицировать ваш товар в ряде других. И оно вас пока ну, характеризует. Допустим, вот эта вот штука «Пицца за 30 минут или бесплатно» недавно запустилась в Москве. Это чистой воды логистический кейс, не имеющий там, отношения к интернету. То есть только логистика, чтобы ну, сделать такое количество точек, чтобы они успевали это за это время делать. То есть домино начинает потихоньку разворачиваться по всей России. Ну, то есть вот это УТП, которое позволяет идентифицировать конкретно эту пиццерию в сумасшедшем количестве предложений других. Конверсия интересов в продаже. В моем варианте это только звонки, которые приходят сюда ко мне вовнутрь компании, которые обрабатываются, в итоге становятся, ну, становятся для нас непосредственно клиентами. Важно, то, чтобы все входящие звонки принимались и приземлялись да, на отдел продаж. Второе, качественная их обработка звонков необходима, потому что нужно понимать то, что не все звонки, приходящие в компанию, могут быть только в отдел продаж. Есть сервисная служба, еще целая куча служб. И вот на тему качественной обработки есть один такой кейс. У меня есть знакомые ребята в Ростове-на-Дону, у них небольшой интернет-магазин. Они наши клиенты, их три человека, но если позвонить к ним на телефон, это такая уже больше имиджевая составляющая, там такой достаточно красивый такой женский голос объясняет вам о том, что вы позвонили в компанию такую, то есть хотите поговорить с отделом продаж, нажмите 1, отдел там технической поддержки 2, там юридический отдел 3, 4, ну и там такой достаточно немаленький IVR. А по факту ребят всего там трое, да, кто работает, у них один на складе, один типа директор, и второй там занимается вот, ну, отвечает на телефонный звонок. Все это организовано исключительно на мобильном телефоне, то есть у них только красивая вывеска. Но когда ты им совершаешь звонок, ты прям ощущаешь, что ты позвонил в компанию, которой прям, ну, человек 300 как минимум живет. Причем они там понимают, как бы, кто откуда пришел, по какому вопросу. Это вот именно в качестве обработки звонка. Ну и что делать, соответственно, с пропущенными? Вы никогда не сможете сделать так, чтобы в активный сезон увеличить отдел продаж именно своей компании, да, а в неактивный его сжать. Ну, так нельзя сделать с точки зрения и этики, и там, трудового законодательства. Вам нужно будет в любом случае понимать, что вы будете делать с этими пропущенными вызовами, и всевозможные системы отчетов они помогают делать. Ну, оформление продаж – это внутри на сайте. Да, должен быть качественный материал, должна быть понятная навигация, должна быть понятная логика заказов. Это позволяет лучше понимать. Ну, снятие возражений – это любые награды, которые вы собираете, отзывы, вот все-все-все, что можно получить. Лучше на сайт вывешивать, ну, прям четко таргетируя, да, конкретным продуктом. Возможный вариант, ну, вариант оплаты, лучше все варианты. У меня есть один знакомый, который предпочитал, ну, и думал то, что его там клиенты интернет-магазина могут платить только, ну, там, Яндекс деньгами, а все остальное можно вообще убрать. Насколько я знаю, у него сейчас интернет-магазина уже нету. Человек просто сознательно отрубал своим клиентам каналы, ну, чтобы расстаться с деньгами, а это неверно. И работа с существующими клиентами. Буквально здесь несколько слайдиков.
Вот самое важное, это как, ну, с чего начать, понятно, да, всевозможные акции, которым можно собирать контакты клиентов, их бесчисленное количество. Во что это все собирать? Есть варианты собирать это все, ну, записывать непосредственно, вести базу клиентов на бумажке. И, ну, такой вариант, да, еще есть пока анахронизм, но тем не менее, с ним не очень удобно будет работать, и вот, ну, таргетировать там аудиторию трудновато. Второй вариант в Excel. В Excel большое количество предпринимателей, которые бизнес запускают, они сейчас, ну, вот, работают, ну, на Excel. И если хотите узнать, куда потом этот Excel, куда он уходит, то залезаете на headhunter.ru, набираете менеджер по продажам, и там написано, требуется менеджер по продажам со своей базой. Вероятнее всего, что это конкретно тот человек, который, ну вот, которому вы заплатили деньги, который создал базу, ну, там, на вашей компании, сделал эту базу на флешечку и ушел с ней вашему конкуренту. И вариант следующий, да, это CRM-система. Забавная штука, но в рамках вот открытия офиса в Европе мы недавно проводили достаточно большое исследование ЕС и нашли очень интересное там такое мнение, да, ну, людей о том, как делается вообще в Евросоюзе, в частности в Германии, как делается бизнес. У них это примерно следующая форма. У них, чтобы открыть юрлицо, ну, не нужно вообще там бегать, как у нас, там в кучу инстанций и все. Нужно просто уведомлять органы власти о том, что я занимаюсь предпринимательством, там, привет. Ну, пишешь им письмо и туда отправляешь, они дальше там сами разберутся. Это первый пункт. Уведомление соответствующего органа власти. Чик, второй пункт. Открытие расчетного счета в банке. За, буквально там за час приходишь с документом, говоришь, привет, я вот там занимаюсь, хочу заниматься предпринимательством, нужен расчетный счет. Они очень быстро открывают расчетник, все, ты готов. И третий пункт, как это ни странно, да, но у них стоит третьим пунктом, ну, CRM-система. То есть они идут из того, что сразу нужно делать. Уведомляем органы власти, открываем расчетник, чтобы получать деньги, и сразу прям думаем про то, как будем собирать информацию про клиентов. Почему-то в России бизнес, который идет там 5, 10, 20 там, ну, лет, вот большое количество, до сих пор может сидеть работать в Excel и реально, ну, не думать про то, что вот эти вот контакты, в которые вы заплатили, ведь клиента найти дорого. Его гораздо проще, ну, работать с ним, когда он у вас внутри базы. И вот эти контакты нужно собирать. У нас к этому предпринимательству, ну, оно пока движется, но как-то не очень пока это все быстро. Ну, вот, допустим, просто сравнение, да, нас там и Европа. Ну, в CRM есть система, есть онлайн-система, это которая в облаках подвешена, вы ими пользуетесь. Манго сейчас, да, вот, ну, как раз мы продаем именно такую систему. Есть стационарные. У меня есть опыт установки стационарной системы. Я, честно сказать, никогда не ставил в жизни вообще, ну, вот именно виртуальную. Ну, просто я пришел в компанию, она уже внутри работала. Я ставил в другой компании стационарную систему, и там пришлось искать программиста, который может ее поддерживать, и там поднимать Linux-сервер, чтобы не пришел отдел К, и прям целая куча-куча вещей, которые, ну, вот именно на бесплатной системе, так мы пытались это выстроить. Плюс она была не очень удобна, нужно было ее допиливать. И в итоге все равно бесплатное, как бы, да, вначале нас в итоге потянуло деньги. Это последний, мне кажется, или нет, предпоследний слайд про клиентскую базу. Все, каким-то образом вы накопили базу, собрали ее, что с ней дальше делать, да? В лоб и самый простой вариант – это сегментировать базу на три вот такие части. У вас есть клиенты, ну, обычные, да, их, как правило, большая масса, это, грубо говоря, там 80% вашей клиентской базы. Они денег не приносят вообще, ну вот, а потихоньку выедают вам мозги чайной ложкой, потому что очень много требуют, задают кучу вопросов. То есть ваша задача только работать с этими клиентами так, чтобы они потихоньку, ну, росли и оставались сложными. Сложные клиенты платят вам определенное количество денег, они четко понимают, за что они оплачивают, ну, за что они оплачивают счет, что они хотят оттуда получить. Вы вот этим вот клиентам, да, работаете с ними, на них делаете большую часть своих денег. И есть VIP-клиенты, особенно в бытовом бизнесе, когда вы что-то где-то покупаете и перепродаете. Вот эти вот сложные клиенты нужны для генерации скидок. Грубо говоря, он может работать в ноль, у него есть уникальные условия, но вы благодаря ему получаете скидку с его поставщика такую, то что вам сложные клиенты генерят выручки гораздо больше. Это то, что касается клиентов. И как с ними работать? Email маркетинг, да, white papers и сегментирование акционных предложений, ну, грубо говоря, все настроено на то, чтобы их выращивать дальше. Ну, перетаскивать их в следующую категорию. Сложных клиентов, да, вы обучаете всевозможные, оказываете кейсы, обучаете, да, и пытаетесь сделать так, чтобы их средний чек вырос, ну, не вверх, а вот хотя бы вот, да, вширь, чтобы они больше гораздо покупали, а это именно погружение в продукт. Ну и VIP-клиенты для них вообще уникальная штука, то есть с ними уникальная своя работа. Если есть там менеджер, то выделенные, если телефонии, то они там по отдельному номеру прям попадают только к менеджеру. Это то, что касается работы с базой. Ну и маленькая, да, такая концовка всего этого дела. Вот здесь сзади у меня за спиной, это как раз вот все такие, все этапы, как я понимаю, интернет-маркетинг, именно систему его внутри компании. Собрали, проанализировали, сделали. И вот если здесь вот работать дальше по ее оптимизации с самого начала вниз и на каждой вот этой вот строчке улучшать какую-то маленькую часть, то у вас конверсия будет гораздо, ну, будет больше, да, и денег вы заработать сможете гораздо больше. Нет смысла, да, там
вваливать все деньги в привлечение и абсолютно не заниматься сайтом. То же самое, то, что заниматься сайтом не имеет смысла, если у вас нет на него трафика. Вы должны органично понять для себя, где вот та золотая серединка между объемами трафика, конверсией, да, и деньгами, которые вы можете заработать. И нужно четко понимать то, что не все мы готовы работать с «Газпромом», потому что это может быть, ну, и большие деньги, но это в том числе и большая ответственность. И начинать можно вот, ну, вот именно в интернете с маленького чего-то и потихоньку вот так расширяя эту воронку. Вот, у меня на этом все. Спасибо большое за внимание. Если есть вопросы, я готов ответить. Вопросы я предлагаю на стенде Манго Телеком, Манго Офис. Я буду еще здесь, мне можно подойти спросить, если что-то интересно. Сейчас у нас просто времени уже нету на вопросы, потому что нам сейчас нужно провести розыгрыш призов. Вот, прошу всех. Так, конечно. Прошу всех анкеты сдать, кто заполнял анкеты. Сейчас по этим анкетам будет происходить розыгрыш.